Всем привет, всем здравствуйте. Как всегда, просьба написать, как меня видно и слышно. Так, пишут все окей, отлично. Сразу поставьте лайки, кто на трансляции, друзья, это важно. Чтобы мы сразу начали с равного количества лайков и э, зрителей на стриме. Добрый вечер. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу новостей. Так, новостей 150 или 200, а вы как хотите, вы напишите, о какой новости именно. Потому что тем у нас тут у меня целый листок бумаги. Целый список. Так, привет, привет, люди присоединяются, отлично. Закинул твое видео в ТикТок, золотило на 80 тысяч. Хорошо, Главное, меня не, не выдергивайте из контекста и не дискредитируйте, потому что я вижу, начали появляться аккаунты клоны. Я потом вас всех попрошу коллективно пожаловаться, чтобы их забанили. Когда люди согласовывают со мной, это хорошо, но когда нет, это, это плохо. Денис, здравствуйте. Слышали о том, что сообщил Пригожин. Если не будет удален снарядный голод Вагнере, то он отведет ЧВК. Это все э как это правильно сказать? Фейк. Фастов тоже привет. Фейк это все. Никто ничего не отведет. Про Прихожина я хочу сказать другое: по сети гуляет. Я не знаю, это как перехват или он это просто говорил, но это аудиоверсия. Четко, что он ожидает контрнаступления ЗСУ в мае месяце. И четко на Донбасс. Я, честно говоря, все-таки до последнего надеюсь, что это не будет как-то предсказуемо. И даже вот я даже не знаю, как это правильно сказать, чтобы не навредить лучше об этом много говорить не буду. Но я надеюсь, короче говоря, будет что-то нестандартное решение какое-то. Потому что когда прогнозируем, это нехорошо. Хотя, я думаю, русские и так все знают. Учитывая, что у нас кротов тут пол, не буду говорить какой структуры. Да, очень важное такое дело. Но почему прихожен на обложке? Именно поэтому, если он это так заявил, значит, точно знаю, что мы не готовы, к сожалению, по разным причинам. Так как это бы нам всем с вами хотелось. Но но есть. И знаете, почему еще Пригожин? Я хотел сказать. Много вопросов. Там иногда в ТикТоке я выхожу в эфир. Типа, вот Пригожин, а что о Пригожине думаешь? А что я могу думать о Пригожине? Это конченый негодяй, такой же, как и Путин. Но вопрос же сейчас совсем в другом. Не надо считать, что Пригожин идиот. Пригожин далеко не идиот. Как и Путин, мы я же говорю, можем их ненавидеть, но это не так. Это люди, которые знают, что они делают, только вопрос что они делают я уже как кличко но вообще если честно по поводу контрнаступления и всех моих предложений я вот там говорил что может быть такое что мы останемся с нынешними территориями которые сейчас есть не хотелось бы но такой вариант возможен и нужны гарантии безопасности сразу переговоры чтобы закончить войну в чем самый главный вопрос я понял что нас в нато никто не возьмет это факт нас в нато никто не возьмет Максимум, на что мы можем рассчитывать э, военные базы <coughs> США и других партнеров и в, юридически закрепить, что они на, за нас заступятся в случае, если нас атакуют. Что у вас за ситуация с Балашовым, задают вопрос. У меня никакой ситуации с Балашовым нет. А вот о а ситуации, которая возникла у Балашова со мной, мы поговорим чуть позже, когда будет больше людей. И, кстати, если сейчас есть сейчас 1300 человек... Про лайкайте, пожалуйста, друзья. Не забывайте ставить лайки. Только зашли на стрим, сразу нужен лайк. Напишите, пожалуйста, если, там, не знаю, сторонники Геннадия Балашова или подписчики хотя бы. Вы слышали, что ВР хочет наложить налог на гуманитарную помощь килограмм тысячи гривен? Нет, впервые слышу такое. А нам нужна НАТО? Ну, конечно, оно нам нужно. А у вас еще есть сомнения, да? Денис, а что подписали с МВФ? А в понятия не имею. Главное, чтобы были гарантии, а не меморандум, как в 1994 году. Так в 1994 году это было Филькина грамота. Мало кто читал. Ага, даже члены партии Балашова есть, тем интереснее будет. Добрый день. Вы не думаете, что Десантис намного лучше для Украины, чем Трамп? Я не думаю так. Во-первых, во-вторых, сейчас даже вопрос не только в Украине, а и в мире, и президент США на это влияет. Во-вторых, у вас же все равно не будет никаких аргументов. Знаете, я вообще хочу вам рассказать такую тему. Вот сейчас я здесь у себя открою. Павел Себастьянович, с которым я записал подкаст, довольно интересный. Но вы же видите, как все получается. Получается все как. Снимаешь там э, жесткую, ну, люди называют это критикой, пусть будет критика. Снимаешь жестко, э, 50-100 тысяч просмотров. Снимаешь конструктив, 20 тысяч просмотров. Вот так это, к сожалению, работает. А потом приходят ко мне, да что у тебя один негодив? Да вот вам эфир час сорок, свет в конце туннеля, какой может быть Украина? И не бла-бла-бла, а четко, с деталями, с конкретикой, с цифрами, куда уж детальней. Нет, нет. Но потом я опять сделаю какое-то негативное видео и скажу, да что у тебя опять один негатив? Да что ты, да что ты, да что ты только критикуешь? Понимаете, что такое люди? И вот в этой связи, для чего я об этом говорю? Там многие все, да не обращай внимания, да вопрос же не в том, что меня это как-то задевает. Я просто вот вижу, сейчас вам зачитаю, я вот просто говорю вам это и ищу. Я даже не буду имя, фамилию, я не знаю, ли оно настоящее, вам зачитывать. Но вот пишет э, женщина Павлу Себастьяновичу под, под его постом, где наш с ним эфир э, прорекламирован. «Павел, эфир интересный. смотрели только из-за вашего присутствия. Вы верите в искренность Елисевича? Что же он сбежал во Флориду после начала войны, а не пошел в ЗСУ? Я ранее была подписана на Дениса, но его в отношении как быдлу к тем, кто критикует его, уж простите, но это его слова». Он набрал подписчиков благодаря хайпу, многие его сравнивают с шарьем, так это так и есть. У Дениса есть образование? В чем он специалист? Кроме нетерпимости к чужому отличному от его мнению, масса лозунгов нервной реакции на критику, бан несогласных к тому, что он делает, его нужно хвалить, не задавать вопросы. Что вас в нем привлекло? Только, пожалуйста, не нужно говорить о пункте 10 Елисевича, все остальное его видео, на, их, как на канале Исландия, э, бла-бла, базар-вокзал. Если такие люди в вашей команде, за вами никто не пойдет. Во-первых, какой то я команде Это первое. А второе, вот сколько много текста, и как оно, она, эта женщина себя считает умной, и это же она просто самый яркий пример. Какое Елисевич образование? Вы видео смотрели предложение реформ и эфир Себастиновича? Это а чего не засу? А когда он уехал? А я и задаю вопрос. А напишите, пожалуйста, когда я уехал и по какой причине? А она... Вы мужчина с маленькой буквы, значит, вы как баба на базаре. Но получается, что она баба на базаре, потому что я и конструктив, конкретику, по сути, скажите мне. А она, все, все я ей не такой. И таких очень много. И я вам хочу сказать, многие говорят, это боты. Нет, очень много реальных людей вот с таким взглядом на вещи. А потом она мне пишет, что ее муж в ЗСУ. Я написал, что честь и хвала мужу, но не ей. И на самом деле в этом кроется вся причина: что я уехал в Америку, а ее муж в ЗСУ. И ей эта ситуация явно не нравится, и она уже не знает, как меня обругать. И, и, и как, и что И уже Себасинович там вот такие вот пишет комментарии: да уберите ж этого Елисевича. Но по факту ни критики, ни одной реформы. Она просто не смотрела. Ей не интересно. Даже если я буду правильно говорить, ей уже это не надо. И таких много там, особенно меня, знаете, что раздражает критика. Он не любит критику, типа я не люблю критику что является критикой? Что я уехал в США? Так вы знаете, почему уехал в США? Где здесь критика? То, что Елисеевич не такой, там такое-то не такое образование, так это не критика. Этот человек не может аргументировать ничего. Где, где критика? Да, я буду банить идиотов. Да, я буду банить тех, кто не является моей аудиторией, если они мешают вести эфиры. Конечно, я буду банить. Но сказать, что я избегаю вопросов, для чего я провожу каждую неделю 2-2,5 часа выходной день стримы, прямой эфир, где ни, от чего не отвертишься. Понимаете? Вот об этом стоит задуматься. Для чего я вам это рассказываю? Это наше с вами общество. И если видите такого человека, не тратьте время. Вот часто люди пишут, вот я там знакомому другу сбросила, говорят там, да, что ты его, да, почему не под бахму, там, все то же самое. И возникает вопрос, а что мы тогда вообще с вами делаем? И ответ только один. Мы работаем на 20% активных людей. Не пытайтесь 80% вот этих вот переубедить чем-то. Старайтесь бить сразу в нужную точку. Да, спасибо, вижу много новых спонсоров, спасибо большое. Кстати, запомните, что конструктивной критики не существует. Не, она существует. Я согласен с тем, я не, я не согласен, что не существует. Я согласен с тем, что вообще никто не любит критику. Но критика, это если бы придут, пришли, сказали там, у тебя там пункт 2 плохой, а пункт 3 хороший. Вот Себастьянович там со мной не согласен, да, в каких-то вещах. Хорошо, вот он не согласен с амнистией капитала, я считаю, она нужна, и понимаю механизм, и ему пытался аргументировать. Он аргументировал свою сторону, вы, зрители, посмотрели, сделайте свои выводы. Вот так это вообще-то работает. Почему с инфополя пропал Залужный? Он никогда не был инфополя, он никогда не делал никаких политических заявлений. Э -э, спасибо, вижу еще больше спонсоров. Я сейчас... Э -э, теперь спонсор это подарок от пользы. А, какой-то Фрел. Фрелл. Спонсорство многим оформляет. Ничего себе, спасибо. Даже не знаю, кто это. Как в подарок спонсорство. Я потом о спонсорстве отдельно скажу, будет больше зрителей, кое-какой момент вскрылся, я сейчас расскажу. Вас не слушают только из-за Из того, что вы уехали в США, и пофиг, что вы говорите правильные идеи. Да, но есть же причина. Если бы я убегал от войны, я уже раз рассказывал, есть программа ЮФАЮ. Зачем были такие истории? Если бы я убегал от войны, я бы сделал это сразу. Ну, то есть это какая-то неадекватность просто. Можно ли брать автокредит во время войны или ипотеку? Ну, я не могу давать вам такие советы. Откуда я знаю вашу ситуацию? Не переймайтесь, таких еще будет немало. Я только что объяснял, я не переймаюсь. Я вам на примере таких людей рассказываю, что происходит в обществе, потому что нам с вами нужно что-то построить из того, что мы делаем. Мы должны к чему-то прийти в итоге. Антиманипуляция отнимает много времени. Здесь проще послать, а иначе эфирное время не хватит, да и смысла нет, с этими людьми все равно не работать. Так я потому и баню, они возмущаются, правильно? Я ж потому и баню, я, я ж не пытаюсь их переубеждать. Но людям такие примеры важны. Я поэтому іноді даже в телеграм выбрасываю. Люди должны розуміти, весь идиотизм общества и что в головах. Зеленський дуже певно говорить про повернення Криму, відповів журналісту, будучи не президентом під час війни, пішов би в ЗСУ. Ну, это уже цирк. цирк просто. И, кстати, вот у меня сейчас был разговор перед стримом буквально с человеком. Я вам об этом скользко говорил, как-то никого не интересовало. Ну, раз за два или три на стримах я это упоминал. Сейчас, может, кто-то напишет даже когда. Что Шефир, Шефир, близкий Зеленского и по бизнесу, и по жизни, уже даже не в Украине, и Ермак всех оттеснил. И тут я бы хотел еще на чем остановиться. По поводу там, Ермака, и всех тех, кого я трогаю, и еще придется тронуть, и зачем я это делаю. Я просто чего не люблю и чего не хочу. Почему Ермак, вообще не работая непонятно где и как, является богатейшим человеком с государством, а мне должно это нравиться? Или там мне передают шасурки, Суркиса недовольны, что я упоминаю их спортзал, что там качается Баканов. Пусть не качается Баканов, я не буду там упоминать. Более того, хочу сказать, у Суркиса очень много облэнерго, приватизированных и куча разного другого бизнеса в спайке с государством. И я как бы не против. Амнистию капиталов пройдут в новой системе, и нет проблем, если они не причастны к сепаратизму. Но все должны иметь возможность подняться в Украине. Это только то, за что мы сражаемся. И тут ничего такого личного нету и, и вообще. Поэтому не нравится, так пусть баканов не качается. Не нравится, хочется, чтобы только они были богатыми, и все остальные бедными. Ну так... Тогда им придется остаться одним в Украине. Или тогда Украина останется в той старой системе координат, тут уже вам решать. Понимаете, о чем я говорю? И тот же Ермак, про него столько информации, а как об этом не говорить. А теперь я хочу про Червинского еще сказать. Там тоже начали писать и уже начали скупать блогеров, короче говоря, там, с их стороны. Я в какой-то видео на следующей неделе вставлю. Сейчас не хочу сильно анонсировать. Типа, торчат уши Порошенко. А вопрос сейчас вообще не в этом. Вопрос сейчас в том, что Червинский говорит очень логичные вещи, которые подтверждаются. В частности, про этот аэродром его обвиняют. Но ведь задержали в свое время наводчика и обвинили его в том, по-моему, даже он, под, он, он в суде, или может уже даже в тюрьме, что он сделал наводку на этот аэродром в Кировоградской области, за который обвиняют Червинского. Понимаете? То есть информационным полем вот так манипулируют, как хотят, и ясно, что это дело сшито белыми нитками. Это чисто месть Червинскому. Операция Вагнер участвовал Червинский, один из главных разработчиков этой операции. И все вещи, которые он сказал э, Цензору, все очень логично, все очень понятно, для меня во всяком случае все сходится. И я не говорю, что он святой, я точно знаю, что он ведет небогатый образ жизни. Э, вопрос, он долго в системе, и я бы с удовольствием, допустим, с ним там многие моменты обсудил. Но, конечно, это расправа, и, конечно, нужно сражаться за то, чтобы все было по справедливости, по закону. Вот почему чому я защищал Червинского. Сейчас, одну секундочку. Дениса, чи буде текстова версія вашої програми реформ для України у вашому ТГ. Ставимо лайк. Е ну, якщо треба, то буде. Что скажете про увольнение Такера Карлсона? Там до конца еще ничего не понятно. Как, как, что и куда. Я знаю, что его за... 70% он говорил хорошего, но 30% он как ляпнет что-то. Особенно... Я же говорю про Украину. Он не понимает ничего в геополитике. Я далек от мысли, что он специально это делает, но он ни черта не понимает в геополитике и особенно в странах постсоветского союза. Эээ, да, в постсоветских странах. Жалко Червинского. Забудут про него в скором времени и будет сидеть. Ну, посмотрим. Чи буде контрнаступ вдалим, чи сядемо ми з и за стіл перемовин? Во-первых, контрнаступлення для того і делается, щоб сісти за стіл переговорів. Якщо хоть якісь то остатки Мозгов у Зеленського є, то я б робив це саме так. А якщо ви думаєте, що контрнаступлення значить, що ми дійдемо до Москви, то ви слабо розумієте, о чому ви говорите. Просто ви не уточнили, я не то, щоб это. Поставьте лайки, друзья. Мы всегда отстаем в два раза. Почему штат Калифорния значительно богаче из за другие штаты Америки? Исторически зайдите почитать. Я сейчас с Калифорнии бегут все люди. Из Нью-Йорка, из Калифорнии. Комарова купили, а его не надо было покупать. Ему главное быть там это. Вы сами все поняли. Даже если от войны, что в этом стыдного, когда человек беспокоится за свою жизнь, некоторым людям просто абы за что зацепиться, в данный момент их бесит вообще нахождение в Флориде. Да, это вы уже на шаг назад вернулись. Если бы даже я уезжал от войны, я имею право принять такое решение. Просто я бы вам об этом как бы прямо и сказал, и сделал бы это гораздо раньше. Мне не надо было сентября, середину сентября ждать, понимаете? И все ужасы войны переживать ну, почти все, скажем так. Самый страшное, слава богу, не случилось, но многое неприятное на себе. Денис, здравствуйте. Всем недавно начал вас смотреть. Скажите, пожалуйста, Иван, яковы на негодяй. Я уже устал от этих вопросов. Вы сами определяетесь. Так, а теперь, а теперь знаете, что я хочу сказать сейчас. Да, э, я не договорился. Червинский информационный фон. И теперь мы переходим к Михаилу Подоляку. И что такое Подоляк? Вот пишут, что у него родной брат, э, полковник ГРУ. Значит, я эту информацию как не пытался найти. В нормальном источнике я такого не находил. В Википедии это только в украинской версии, в русскоязычной версии такого нету. И я скажу вам так. Если это правда, а не происки парахаботов, то тогда э, в офисе президента тот, кто там управляет, да, и я не про Ермака, там человек полностью отмороженный, если это правда. И неважно, общаются они или не общаются. А если это фейк, тогда тут и обсуждать нечего. Но независимо от того, есть у него брат в ГРУ или нет, подоляк это просто вы знаете, в Ютубе я не буду как-то там выражаться сильно. Это в ТикТоке я могу себе это позволить. Но это такой вредитель. И у нас всегда вот такие вредители, где-то они берутся в Украине, и в какие-то в они обязательно наверх э, восходят. Я вижу, надо подаляку посадить отдельное видео, многие же не знают его биографии. Повторяю, независимо, есть у него брат в ГРУ или нет брата. Это ничтожество, просто полное ничтожество. То, что он делает, а сейчас это, как его, Тополя, лидер группы антитела. Группа антитела выставила, что предпродажу билетов, предпродажу билетов на концерт в Крыму в 2024 году. 900 гривен, по-моему, да, там билет стоит. И люди начали реально покупать. Это уже, запомните, вот такие вот вещи, это уже просто технология Российской Федерации. Это поделить шкуру неубитого медведя, вот дурная фраза, но, но, сразу приходит в голову. Просто это... Я прочитал это и думаю, это, это все. Вот когда такое начинается, все остальное заканчивается. Все остальное заканчивается. Во-первых, это я можно классифицировать как мошенничество. Ну, во-первых. Если уж копнуть юристам, и кому-то это было бы надо, это, это мошенничество в чистом виде. Во-вторых, зачем? Чтобы лишний раз, про этого, как его, Тарас, да, Тополя, про этого Тараса Тополя проговорили, или, или пиар для группы антитела, или это подыгрывать так к офису президента, целоваться с ними за сос, чтобы их так любили. Когда-то, когда перед войной был концерт большой часть Дня независимости, они исключили группу Green Grey по звонку из офиса президента, потому что Green Grey поет на русском языке. То, что это легендарная для Украины группа, которая всегда свою патриотическую позицию подчеркивала, это уже ни для кого не играет. Это уже не играет для кого роль. А Кенези у нас всегда котировался, потому что Ющенко и Шушу-Мушу было. Теперь антитела играют в эту роль. Это уже никакое не творчество, это уже все. Какие бы они песни ни делали, на этом все заканчивается, понимаете? И такие, как Подоляк, вот этой информационной политикой управляют. Это просто... И он считает, что он сверхталантливый, и его обожают, и называют там прям каким-то сверхумным человеком. Это трэш, это дичь. Это не может происходить в нормальной стране. Ну не может. Про Пригожина я сказал в начале стрима. Пожалуйста, не дублируйте 25 раз вопросы. Ну, несколько раз достаточно. Тем более, это же рядом все. Один яйца в граммах закупает, а второй купальники в Крым закупают. Да, и знаете, там, ну вы читали, наверное, я так уже не хочу каждую, как бы, это не мелочь, но каждую новость не прокомментируешь, что ГУР Буданова закупает те же продукты, которые закупают Минобороны Резников в два раза дешевле, чем Резников. То есть, если что-то у Резников закупают 30 гривен по килограмм, то Буданов за 15. Распил в Министерстве обороны продолжается. Но я виноват, я плохой. Я не нравлюсь Ермаку, я не нравлюсь там, не знаю еще кому. Кто-то недоволен, что я их про их спортзал говорю а еще там у кого-то что-то жмет и все остальное. И люди, и люди, вот я сейчас удивляюсь, я предприниматель, Себастьянович предприниматель, у Себастьяновича есть свой план развития, может он его еще так не оформил, прям как я по пунктам, но явно он приверженец каких-то идей. В конечном итоге точно хочет того же, что я, просто чуть другими методами. Есть я, Себастьянович развивает YouTube канал, у меня уже больше 100 тысяч. Я не вижу никаких предпринимателей. Вот сейчас с чем договорились, проведем подкаст на тему предпринимательства и что делать. Но люди и предприниматели, на что вы надеетесь? Что придет какой-то чудо-человек, сядет в Верховную Раду, будет ваши интересы защищать? Этого не будет. Этого не будет. Я військовий, я не беру участь в активній фазі. Я військовий, водій, логіст. Морально я виснажився, тому я погоджуюсь, що потрібно це закінчувати. Да, Александр, э, такого дуже много. И когда посмотришь TikTok, достаточно было видеть этого пацанов, которых, по-моему, з плена да, вытащили, обменяли. Когда он там яблоко ел и плакал, что он год яблоко хотел поесть. Вы представляете, что происходит вообще? Я не военный эксперт, но я чітко вижу, что все зашло в тупик. гибнут люди с двух сторон просто бешеными темпами, а сама ситуация и близко не развязывается, и, и нет ничего. Почему жду это контрнаступление? Я просто называю так, как они это называют. Я считаю, это просто какая-то локальная операция будет. Я все-таки надеюсь, что после этого хватит мозгов за стол переговоров сесть. Инициировать и везде открыто говорить, что мы готовы к дипломатическому. Не надо бояться, что это какое-то поражение. Никакого поражения нет, потому что мы против громадной страны выстояли э, во главе с маньяком. Я не считаю это поражением. А они и Подоляк что делают? Вы, может быть, по своим знакомым заметили, кто, например, из вас такой же точки зрения, как я. Когда ты говоришь человеку, что не надо нам Крым и Донбасс, чтобы считать победой, достаточно удержать хотя бы то, что есть, там, максимум Бердянск-Мелитополь, если получится. Нарывайтесь на сумасшедшую агрессию, и все остальные варианты уже кроме 1991 -го года считаются поражением. Это кто вложил? Подоляк. Но он же сам не принимал эти решения, он же согласовывал это с Ермаком. Это тоже может делаться специально, я считаю. И на полном серьезе я вам говорю. И многие вещи замечаю, что делаются специально для раскола нашего общества. И нас заводят все дальше в очень сложную ситуацию. Возможно, делается для того, чтобы вообще война не заканчивалась, чтобы это было какой-то серой зоной, постоянный велотекущий конфликт. Я почему, например, я хотел, кстати говоря, это уточнить: я почему, например, против э, режима тишины длительного, это делать нельзя. Лучше сохранить те территории, которые сейчас подконтрольные, но без режима тишины длительного. Потому что вот режим тишины, замораживания, вот тогда Россия может какие-то дальше создавать проблемы. Ну и реально будет тяжело. Наша влада не хочет закинчить... не хочет закинчить войны. То, что я читаю из заявлений Зеленского и всех там этих... у руля... И у меня такой же вывод. Я не вижу у этих людей желания закончить войну. Как вы думаете, что что Порох затягивает? Понятно, что он хочет стать президентом, но в такой ситуации на что он надеется? Все блог... есть блогер, его блогеры, хоть и наносят урон, но не такой, чтобы он булаву взял. Подождите, а что Порох затягивает? Я не понял. Кстати, я там тоже мне писали. Ко мне никогда не обращался никто от Порошенко типа на тебе деньги, прекращай э, говорить о Порошенко, или таких предложений не было вообще. Это к слову, Потому что такое писал кто-то. Монатик выступал на день рождения Кирюши Тимошенко, может себе позволить. Да, кстати, мне тоже такое сказали, и не один человек. И теперь давайте, что опять мы имеем в этой ситуации? Есть Кирилл Тимошенко, которого США сказали Зеленскому убрать за вот эти все позорные вещи, которые он делает. Но если бы у него был хоть остаток мозгов, просто они уже одурманены этой безнаказанностью, и они, может, он, он во время войны это Шевролет Тахо взял, который General Motors выдала в Украине. Это больше всего, кстати, взбесило американцев. Потом он на Porsche Тайкан разъезжал за 100 тысяч евро по Киеву во время войны, кайфовал. Понимаете? А есть те, кто там воруют, но по-тихому это делают. Им не надо светиться на этих машинах. Хотя остатки каких-то мозгов есть. Это уж совсем человек сдурел. А монатик едет, выступает. И монатик позиционирует себя патриотом Украины. И вот у меня вопрос такой. Говорят, что я там на всех наезжаю без разбора. А что я должен любить монатика? Или я должен Машу Ефросинину теперь любить, которая ни хрена вообще ни в чем не понимает в жизни, то кроме как вести передачи? Лезет в государство, хочет в политику. Кто-то картошечку чистит для, э, уже год на камеру, чтобы просто куда-то потом зацепиться. Потому что уже как бы все. Нет шансов себя нигде применить без вариантов. Что делается вообще? А монатик едет, и я должен... Монатик, ты лучше. Это все кодла, Вот это вот один плюс один кодла, вот это все. Эти Потапы, которые уехали от войны, дистанционно в ТРО вступали, а потом дебильные песни выпускали с клипами. Вот это все звенья одной цепочки, поверьте мне. Это Наталка Масичук, которая рассказывала, что колбасой жить мы не можем на своей передаче «Право на Владу». Когда Игорь Мазепа выходил или там тот же Балашов начали про экономику говорить, она перебивала – нет. Да у нее все отлично. Потому что у нее кэш, у нее офшоры и вся ее деятельность вне финансовой системы Украины. Ей вообще шикарно жилось. Кто бы где ни был, у нее все супер. Все супер. А люди должны иметь шанс выйти на такой уровень достатка и самореализоваться, как это сделал Масичук. Но просто в рынке, в условиях честной конкуренции. А монатик тоже хорошо устроился, как и все артисты. Повыезжаем по Вот Зеленский. 95-й квартал гастролирует. Кашевой в интервью говорит: Да что я там, 7 метров пробегу, у меня снайпер. Оп, и все, и меня нету. Что я там? А пацана 95 какого-то пятого го года рождения э или какого я видел? Ну, вообще там ребенок 19 или 20-летний, пропал без вести в Бахмуте на передовой. Так он, может быть, тоже так бы про себя мог сказать? И только в этом вопрос. Или мне нравится говорить о Зеленском э те вещи, которые я говорю? Но если он вообще не понимает, что происходит, как я должен молчать? Почему я, Себастьянович, в условной оппозиции, хотя мы в оппозиции не к Зеленскому системе, а Зеленский просто при власти, потому так сходится? Или тоже поперечну говорит правильные вещи про экономику? Так все хотели быть полезными своей страны. Я не буду рекламировать притулу и пиариться на этом, и что-то такое делать. Есть просто вещи, где есть люди, которые компетентны и хотят для своей страны что-то сделать. Но у нас везде Ермак. Я же говорю, уже, уже Шефир уехал со страны, Ермак подвинул. Вы уровень, представьте, Шефир это прям это человек, который квартал как бизнес создавал Шефир. Как бизнес. Творческий коллектив, да, Зеленский. А бизнес это все Шефиры. У них там куча корпоративных прав на друг друга оформлены. Там, я так понимаю, понятийно никто никого не кинет. Это просто уже, это просто как в России. Вот что я хочу вам сказать. Путин, и есть там несколько олигархов, там Ротенберги, тот, тот, тот. Там группа э, Альфа, групп, близкие, там как-то там Абрамович и как-то это тут то же самое. Только там это коллективно, их несколько, а тут у нас Ермак и все. Клуб по интересам. Так, пишут про Балашова. А теперь давайте про Балашова. Сейчас тут много комментариев налетело. Давайте про ЕС сейчас после Балашова. Тут вопросы про ЕС. Какие минусы? Я расскажу сейчас. Возможно ли, что Ермак держит семью Зеленского в заложниках? Перестаньте. У меня аж серьезный стрим. С шутками надо, но серьезный. Пишут, а дизель и квартал тем временем высмеивает людей. В принципе, да, но люди же сидят и гыгыкают сами из себя. Я еще не любил политический квартал. Но я вам это тоже много раз говорил. Там, может, новые люди Сидят и ржут. С кого? С себя вы ржете? Но ну, я понимаю, что когда шутка какая-то на отвлеченную тему, но квартал взлетел благодаря политике. Вот если бы не политика, это был бы уровень Дома культуры Кривого Рога. Ну, чуть-чуть выше. И что получается? Сидят и смеются. И себя до чего довели. А, сейчас, подождите, перед Балашовым еще одна интересная вещь. Видели в России вот эта вот блондинка, как ее, Мизулина или Физулина, которая вот эту блиновскую инфо-цыганку разоблачила, не разоблачила, говорю. Э, взяли за одно место. Там, короче, не знаю, сколько миллиард рублей налогов дорисовали. Ну, короче говоря, на, за них взяли за этих инфоцыган и, и за всех остальных. И она выходит и объявила Егора Крида, вот этого типа рэпера, главным инфоцыганом страны. Екатерина Мизулина, да, спасибо, правильно. Э, главным инфо страны и берутся они сейчас за всех инфоцыган, инфобизнесменов, которые зарабатывают от 50 тысяч долларов в месяц и больше, а таких там оказалось сотни, просто нереальное количество. Моргенштерн в Дубае, там все разбежались. Это, знаете, я к чему вам рассказываю? Это к вопросу политика заниматься или тихонечко делать свое дело. Вот у них был шанс, это люди не там где-то не публичные, это люди с миллионными аудиториями, Бузовы и все остальные. Если бы они сражались с режимом, и когда началась война, призвали людей что-то там сделать, да, вы понимаете, о чем я, это был бы другой разговор. Они думали, меня не коснется. Им заблокировали Инстаграм, где у них была основная рекламная площадка. Ой, поддавило. А теперь им еще счета позакрывают, заставят налоги заплатить. Их выдавят. Их просто выгонят. Вот, и вот так плавно политика занялась ими. Я это к чему говорю, про монатика. Когда ты держишь язык в одном месте и потыкаешь власти, для меня это не личность. Вот и все. по поводу по поводу по поводу балашова Ну, смотрите какая ситуация я э, представил план реформ до да, который давно уже у меня был но действительно оформить видео его пришлось для широкой аудитории какие-то вопросы подробнее какие-то там по верхам но смысл и суть понятно и до, э, с конкретика и это не в общий чертах за все хорошее против всего плохого М -м, балашов это увидел делает стрим, делает видео. Он один, у нас была одна встреча в Майами, мы бы поговорили там о тех же вещах, о которых я с вами говорю, Он наболевшем. И начинает меня поливать грязью у себя на видео. Значит, Елисеевич, главное, Елисеевич, вот, дьявол кроется в деталях, всегда вам говорю, Елисеевич, нет, моя фамилия Елисеевич, я же не, не, говорю Балашов, Балаш, Балаш, я же не говорю так, и Гена я его никогда не называл, я всегда говорил Геннадий или Геннадий Викторович, и все мои стримы и видео сохранены, и можно отследить, как я о нем говорил. Я всегда говорил, у него партия, он первопроходец, он смелый человек, он многое сделал, надо отдать должное, и, и ничего другого я не говорил. Э -э, про видео, Ер Ермак, э -э, про видео Ермак за 5-10 сейчас отдельно скажу. Это когда я не понял его. Дальше. Программу, э он говорит про меня, что я программу написал за одну ночь. Значит, э и то, потому что притула Олег, сказал мне, что надо это сделать. Ну, во-первых, на той встрече с Олегом Притулой был еще мой друг, который является свидетелем, и мы с Олегом обсуждали там, что нужно говорить уже о конструктиве. У меня было тогда 1080 подписчиков или 70. Я говорю, сейчас вот сотку я выбью, я жду 100 тысяч подписчиков и надо канал уже э, больше конструктив, больше конструктив уже есть аудитория, уже есть кому это рассказать и кому представить. Там 100 тысяч случилось, я как обещал выпустил это видео за какую одну ночь идет речь. Дальше. Передер программу партии 5.10. Но ну, если открыть оригинал партии 5.10, там 90% про экономику. Или программа является то, что там записано, что в Украине не нужна армия, там уже 30 тысяч группировку, остальная наемная армия с полным непониманием вопроса. У меня, как бы вы видели, да, по каждому пункту понятно все. Где-то более детально, где-то менее. То есть это гораздо более широкая программа, которая все сферы жизнедеятельности государства, она затрагивает. Теперь про экономику. Я сейчас не буду объяснять разницу между моими 7%, хотя правильнее 10, можем считать 10% налог с продаж и 5% Балашова. Он называет это процент с продаж. И тут уже, тут есть пятидесятники у меня, никто э, не спорит. Он всегда говорил, что 5% это процент с продаж. По факту это не так. Но я сейчас не буду углубляться. Я готов и говорю вам. Я готов провести баттл-дебаты э, с модератором. Пусть Юра Коновальчук, глава партии 5.10 нынешней, будет модератором. И мы по существу поговорим. Начали там упоминать про Плинского и про Дубинского. Я этот эфир видел, когда к ним пришел Балашов. И они, два тупых лопуха, не понимали вообще, о чем речь. Куда что добавлять. И они меня вписали в такую компанию. Я боюсь, что это была большая ошибка. Я готов и про тот эфир поговорить. И очень детально. Теперь дальше. Да, Елисеевич что-то там высокий и спортивный. А к чему? Какое-то имеет отношение к делу. А я вам скажу, Елисеевич и высокий и спортивный, это уже что-то личное. Вот и все. Рассказываешь, что что-то посмотрел во Флориде. Нет, я и до этого знал, что во Флориде 6% налог с продаж. И знал, что он на разные типы продуктов, на разные типы товаров он разный. Например, на продукты его нету вовсе. Я все это знаю. Просто я здесь пожил полгода, ощутил на себе, понял, как это администрируется и окончательно убедился в мысли, что это правильно. Но это налог с продаж. А у Балашова в программе он только называет это налогом с продаж. На самом деле это другой налог. Какой я скажу на дебатах с ним. Вот такие дела. Теперь по причине провала партии 5-10. Она провалилась именно за такого поведения Балашова. Есть тип людей, который, тип лидеров, что Балашов это лидер, есть тип лидеров, которые категорически возле себя не терпят людей не то, что умнее, не глупее, чем они. Таких людей они чувствуют, видимо, внутреннюю конкуренцию. До свидания. Им нужны всякие непонятные люди. Вот там Орловы разные у него сидели в партии. Я когда-то начал бизнес, у меня все хорошо пошло. Я увидел Балашова, я, а он был на пике. Когда на машины вот залазил, я думаю, блин, какие классные идеи. Ну, это просто, это просто супер. И смотрю миллионные просмотры у самого первого. Обалдеть! И я э, позвонил, там связался, э, говорю, давайте в Днепровском районе города Киева показал точку, давайте Геннадий Викторович приведет митинг, а я здесь все заклею в эти в плакаты, в баннеры, возьму на себя все финансы. Приехал какой-то дедушка на Део посмотрел: да, нет, здесь будет плохой митинг, и уехал. Вот так это все было. Мне было лет, может, 26, 27, может быть, тогда. Вот так это все было. Вот так развивалась партия. Какие ко мне вообще могут быть вопросы? И вообще, я где-то сказал, что 5-10 это неправильно. Если завтра в Украине ведут 5-10, я скажу, забудьте про мою программу, это вот так. Делайте бизнес. И всегда это говорил. Я нигде же никогда не критиковал саму программу. Но Балашов именно вот так вот, например, получилось с Сергеем Доротичем. У меня с Доротичем тоже, например, там несоответствие взглядов по каким-то вопросам. Вот проведем с ним, дай бог, подкаст, там прояснит он свою позицию. Усебасиновича другой взгляд. Но мы хотим одного и того же. И Доротич точно предприниматель. Точно человек, который э, с нуля в рыночной сфере делает реальное дело там очень много лет. То есть точно предпринимателем является. Он его оскорбил. Я не буду даже повторять. Перековеркал его фамилию. Наехал на него там за эти митинги. Зачем? Так же сейчас случилось со мной. Но знаете, что меня удручает в этой всей ситуации? Я поставил Балашова на обложку этого стрима одного из, и налетели люди. Да, ребята, не ругайтесь, да что? А, а, подождите, какие ко мне претензии? И ко мне пишут, да не надо да вот это... А я при чем здесь вообще? Я кривое слово где-то сказал о системе или лично о нем? Нет. Хотя знаю очень много. И вам могу сказать, и ему это говорил. Мне сразу сказали с офиса президента, тот человек, который мне сказал уезжать из Украины, после всего этого со со всей этой ситуацией э, со мной. Что на Балашова наехали именно из-за того, что он сказал, что Мендель беременна от Зеленского. Четко. И тогда Татаров занялся им. Это вот вам четкая информация. И что? Вот так эти все вещи и случаются. Да, в конфликте с Черняком я полностью на стороне Балашова, но Черняк, это уже вообще его обсуждать, это, наверное, себя не уважать. Я так могу там иногда какие-то колкости, но мне даже неприятно об этом человеке говорить. Или про этот, как его, Конотопский, вот эти АЯКС э, системы сигнализации. Но это черти, чисто черти по-чертовски себя вели. А потом к Балашову уже такие, такие вот черти, в том числе предвзято относятся. Денис, относитесь к Геннадию Викторовичу как к отцу. Да вы хотите относиться как к кому? Мне не надо рассказывать, как мне к кому относиться. Я вообще не люблю такие дурные советы. 5-10 надо понимать, а Балашов предлагает 5-10 а не Балашова. И... А где я критиковал 5-10? Еще раз к вам вопрос. Где я критиковал 5-10? Но вы когда с кем-то какое-то дело делаете, вот давайте представим, люди, которые так рассуждают, давайте представим такую ситуацию. У меня есть супер бизнес, высоколиквидный, высокорентабельный. Я кого-то с подписчиков, у кого есть бабки, говорю, смотри, у меня есть бизнес. У меня есть бизнес. Ты будешь зарабатывать столько годовых, если вложишься. Но вы знаете, что я полностью отмороженный человек веду себя непонятно как, и, и вообще у вас могут быть проблемы. Вы пойдете с ним и скажете, лучше не надо, потому что он сейчас что-то начудит. Вот вам ответ на ваш вопрос, буду понимать или не понимать. Вам все равно приходится иметь дело в конечном итоге с человеком. Вот и все. И такой точки зрения, как я, я не буду называть фамилии, придерживается очень много довольно видных Киев предпринимателей, которые у меня, например, на канале даже были. И в таких разговорах неформально говорили, Балашова идея во. И его знают реально весь Киев. С одним там, ладно, я не буду рассказывать. Юристом высококлассным, одним из лучших в топе в Украине, был тоже разговор. Все все знают. Грустно, что вы с Балашовым оказались в оппозиции, не создали совместную концепцию. По поводу совместного вы напомнили. Тоже пишут. Денис, друзья, поставьте лайки. Ну, хотя бы давайте 2000 лайков поставим. Значит, Денис, это еще до этой всей ситуации, объединяйся с Балашовым. Как это понять? Взяться за руки, поцеловаться и что нужно сделать? Я, я не могу понять, что сделать. Что такое объединиться вообще? То есть люди сами предлагают, вообще ничего не понимают. Так и здесь грустно, что с Балашовым оказались в ситуации не создали совместную концепцию. Во-первых, Балашов автор своей программы, но эти идеи старше, чем мы с Балашовым вместе. Это факт. И я ничего не создал. Я взял самое лучшее, на мой взгляд, я этой темой интересуюсь, я вам честно скажу. Волошов в силу возраста гораздо дольше в теме, это глупо отрицать. Я этой темой интересуюсь, ну точно, с года 2012, даже 11, нет, 12, 2012, 2012 года, да. Я у лучших стран взял лучшее, какие-то вещи там трансформировались, я представил вам в программе. Только и всего. Для чего я это вообще сделал? Потому что я не шари как раз. И тупым критиканством заниматься. А теперь, когда перестал платить Медведчук, шари уже патриот. я и этим займусь. И, кстати, ну я расстроюсь, если у меня есть зрители, которые смотрят шария. Но я же ТикТок возобновил и увидел там, что шари стримит и пускает к себе в эфир видео. Я готов с шарием тоже провести дебаты, подключиться к нему на стрим, записать это все и выставить, пожалуйста. У шария никогда... Была партия, кстати, была партия с огромным финансированием, в отличие от Балашова, потому что Балашова-то финансирования особо не было, он сам все тащил, что я считаю ошибкой, но понимаю мотивы, очень хотелось реализовать идею. Хотя думаю, что по факту он психологически занял просто нишу вот этой борьбы, а когда он был в шаге от Киев Совета на пике, он не пошел в эту идею, он сказал, у нас либертарианство, сами пусть люди, нет, надо было дожимать, заходить в Киев Совет. Потому что когда Шари еще под стол бегал, у Балашова уже были миллионы первого видео просмотра в Ютубе. Он первый вообще лидером был в этой нише. Это же все факт. Но сейчас не об этом. Программа для того, чтобы вы понимали мои взгляды и к чему я вас призываю, раз уж вы считаете, что я занимаюсь политикой. Вот для чего программа. И дискутировать я готов только с тем, у кого есть взгляды и программа, и какие-то за ним дела. Я не блогер, чтобы сделать это... И там, кстати, у Себастьяновича, да он сделал, чтобы курсы продавать. А где хоть один проданный курс? Покажите, пожалуйста. Теперь человек, который хочет заняться инфобизнесом по-серьезному, как сферой, я бы, наверное, сейчас не ругал власть, не в политической миграции был, а таким был поймальщиком, таким вообще правильным супер в тактической одежде с фондом благотворительным за плеча за плечами и собирал бы хомячку. Вот так делается инфобизнес. А я собираю комьюнити людей, да, по предпринимательству я могу быть полезен и по политике. Я рассказывал, когда-то мама парня, который играет в баскетбол профессионально молодого, обратилась, видео сбросила, чтобы я дал оценку. Я в этом очень хорошо соображаю. Я написал там в Word целый отчет по этому парню. Понятно, что бесплатно. Я вообще говорю по факту. Но я не лезу, как выращивать кукурузу. Я не лезу, как лечить людей и в тех сферах, в которых я не разбираюсь. Так. И он не, б... не вбрасывал бабки в YouTube. Это вы о ком? У Балашова идеи классные, но он нарцисс. То, что он нарцисс, это полбеды. Это плохо, но это полбеды. Идеи классные и никогда это не отрицал. Он хорошо понимает экономику. Денис, для чего вы свою программу предлагаете, если с 5.10 согласны? Я предлагаю свою программу, потому что она более широкая, чем 5.10. 5.10 это в основном только про экономику. И в 5. Там зашита не то, чтобы ошибка, это нормально. Но это, я докажу это на дебатах, если они состоятся, на примерах. Для каких бизнесов это смерть, и они просто невозможны. И нужно будет искать решение. Поэтому для этого есть в США, в Японии, в Австралии налог с продаж с четкой, простой, отработанной схемой. Вот и все. А вы сейчас начинаете мне повторять слова Балашовой. Там мне один написал, у тебя программа за все хорошее против всего плохого. И дальше фразы Балашова. Я что, это не вычисляю, вы думаете? Я сразу же подправил в банк. Не, не сразу. Он еще там начал, я не реагировал, начал там в другие влазить комментарии. Я уже понял направленность этого человека. Не надо повторять слова Балашова. У вас свои есть какие-то моменты. Для чего я писал программу? Потому что я отдельная боевая единица, а Балашова отдельная боевая единица, а Сибасинович отдельная боевая единица. Хотя эта баба написала, что я Сибасинович в команде. Ну цирк просто какой-то. А Доротич может иметь свои взгляды, и у него своя сила. И, кстати, за ним больше всех людей аудитории объективно. Денис, как думаете, будет, когда будет доступна покупка валют в онлайн-банкинге? Национальный банк Украины способен только запрещать. Способен только запрещать. Сейчас ко мне обращаются ребята, там из них человек 5-6 настойчивые на почту пишут по поводу инвестиций там у них есть небольшие деньги как что куда я там сейчас для них там ищу решение как с украины вывести легально деньги как это можно сделать ну, как бы есть способы я так понял таких людей много а нас банк это будет все запрещать то есть сейчас люди во время войны сняли деньги с депозитов остались в украине инвестировать в украине вы понимаете это сверхопасное дело им даже некуда инвестировать, потому что запрещают вывести там 10, 20, 30 тысяч долларов куда-то в ту же Америку. Что за маразм вообще? Вы сидите на войне, и мы еще и не, инвестируете. Только потому, что вы родились в Украине и являетесь гражданами Украины. Просто. А о телефоном разговоре Зеленского и Си Цзиньпиня сказать ничего не могу. Я никакого конструктива там не увидел. Чтобы о чем-то реально говорить. Денис, подскажите, что делать подростку сейчас в Украине, Нес несколько лет могут забрать на фронт, не реализовав себя никак, уезжать. А после войны принимать решение. Денис, вы в курсе поди в клубе Соха в Днепре? Да, э, вышла, хозяйка набросилась на этих э, с военкомата, которые пришли в клуб мобилизовывать. И я на ее стороне. Дальше нагнали туда пацанов в Балаклавах. Естественно, заказ. Примерно даже понимаю, кто это делает. Вот это Украина. Это Украина. И к большому сожалению, так это у нас все работает. Даже во время войны. Похожие вещи были, кстати, во времена то Что сказать? Что сказать? У нас Украина – это центральная власть, свой крупный план по интересам. Децентрализация была сделана для благих целей, в итоге образовались местные царьки. Филатов считает, что он президент Днепропетровска, Терехов считает, что он президент Харькова, не мэр, президент. Садовой президент Львова, Мамай президент там, Полтавы, Труханов президент Одессы. Вот такая тема. И сражаются. Помните, партию мэров они хотели делать. Это Такое себе в Америке представить, это, это уже вообще, что это за государство тогда? А люди готовы были голосовать. Ну, для вас мой канал. Пригласите Балашова. Да что за глупости вы Взрослый человек вроде. Почему Себастьянович считал, что из Нацбанка можно сделать что-то хорошее? Это вопрос Себастьяновичу. Про Пригожина было в начале стрима, потом в повторе захотите, посмотрите. Как считаете, можно было остановить войну в 2014 году на более-менее хороших условиях для нас? Конечно. Знаете, всему, что всему вина, виной? Такие, как и Филатов в том числе, и другие популисты, всегда те, кто хотят нравиться людям, кстати, Корбан обратно говорил, надо дать должное, хотя они и друзья. Там, вот мы Крым вернем политическим путем, мы будем жить лучше. Популизм, популизм, сказки, популизм, популизм, сказки. Надо было сказать правду. Похоже, что все. Похоже, что все. Садиться за стол переговоров, может, возможно, отказываться от Крыма, а может быть, если нечем воевать, если Обама не хотел тогда ничего делать, может быть, какие-то деньги, чтобы как бы купили, как-то это по-другому все оформить, как-то выходить из ситуации. Но заниматься страной нашей и с точки зрения безопасности, и со всего остального. При Порошенко сгорели склады с боеприпасами. Э, По-моему, в три раза количество этих боеприпасов, э, сгоревших его каденцию, в три раза больше, чем потрачено сейчас на фронте. А чтобы вы понимали, сжечь, спичку бросить в склад с боеприпасами, это так не работает. Там системы пожарной безопасности, там все серьезно, это спецобъект. Кто-то этим занялся? Нет. Но кому-то не нравится, что я упомянул его спортзал. Может, мне еще должно понравиться, как Баканов, как глава СБУ. Я должен сказать, что Баканов это вот такой парень, только потому, что он друг Суркисов. Изображение иногда в пикселях. У вас что-то с интернетом? У меня с интернетом все шикарно. Я думаю, это у вас что-то с интернетом. И если бы это было массово, люди бы уже написали. И я бы это заметил. У меня все отлично летит. Так, Денис, вы в последнем стриме упомянули, что пенсии должны быть как у всех одинаковые учителей, судей, уборщиков. Почему так, если налоги они платят разные? Я сейчас отвечу, и у меня тут в плане стрима многие, многие люди этого не поняли. Друзья, поставьте лайков, чтобы хотя бы 2000 было, я вас прошу. Сегодня как-то людей меньше, чем обычно. Наверное, в субботу в ТикТок не буду выходить, людей раз это самое. Объясняю вам, потому что в моей системе налог 10% зарплат, одинаковый для всех. А вы говорите, налоги платят разные учителей, судьи и уборщики. Во-первых, учителя, судьи и уборщики не платят никаких налогов сейчас. Это всегда контрагент там выступает работодатель. В данном случае государство. Вы не в теме. А в случае с бизнесом в Украине говорят, что там часть платит типа сотрудник, но на самом деле все платит работодатель, что он контрагент, он не может перевести зарплату не переведя налоги. Потому люди думают, что они не платят налогов и недоумевают, почему у нас рынок труда на 70 или 80 теневой. Для начала. Нужно это понять. Второе, это многие возмущались. Кстати, это важно. Очень многие возмутились и комментариев 20 написали. А как это так? Кто-то 30 лет на шахте, а кто-то 3 года трудовой деятельности дворником и по твоему плану одинаковая пенсия. Во-первых, я уже так промолчал, шахты у нас не осталось. Их все забрали. Но если бы у нас сейчас были шахты, их давно нужно приватизировать. Это должен был делать еще Кучма, если бы он занимался государством, а не трубами с пинчуком. Интерпайп, но это дело такое уже старое прежних лет. Эм, вот. А суть вся в том, что государство дает всем одинаково, а люди даже не услышали, что вообще-то там шла речь про пенсионные фонды частные. Хочешь больше пенсии, вкладывай в частный пенсионный фонд. Бери ипотеку недвижимость, выплачивай на пенсию недвижимость твоя, уже ипотеку не надо платить, сдавай ее в аренду. Кто-то запрещает. Но самое главное, я такому человеку задаю вопрос. Пишу. А вы пенсионер? Да. А какая у вас сейчас пенсия? 3000 гривен. Это же там сколько это? 60 евро, да, или 70? Пусть будет 70 евро пенсия. А, так я, а я предлагаю 300 долларов. Это плохо для вас? Ответа нету. Но уже плохо, уже не подходит то, что я предлагаю. Знаете, что здесь сыграло? Менталитет, особенность менталитета. А как это? А что это где-то несправедливо что-то? Да ты про себя подумай. Про недра можна уточнення? про які саме недри йдеться. Про всі. Про всі недра. Е є ідея названня нашої партії. Я не создаю ніяку партію. На партію нет денег. Денис, ви чули, що хочуть проводити вибори в жовтні цього року? Ні. Я слышав про весну следующего року. Так, йдемо далі. Мінуси ЄС. Значить, главне мінуси ЄС. Давайте так, если жить так, как жили. Вы... Стоит выбор перед нами: жить так, как жили в той системе координат или ЕС, то есть примерно реформы, как мои, никто даже не рассматривает, не хотят внедрять, тогда, конечно, ЕС. Просто чтобы хапуги знали какие-то правила игры. Но глобально ЕС не нужен. Уже не надо сильно объяснять. Уже, наверное, сейчас сейчас зрителей моих в Европе половина находится. Вы вкусили все прелести европейской бюрократии и всего остального. Высочайшие налоги. Э, за, регули... за регулированность рынков и зачем это в Украине, когда у нас и так это главная беда. Но мы должны стать европейской Америкой. Это очень четкая концепция. Мы не должны быть Евросоюзом. Мы должны с ними торговать, возможно, даже евро ввести. Но философия нашего развития ⁇ быть европейской Америкой. И делать то, что делали ныне успешные страны на пути своего становления, а не делать сейчас то, что делает э, сейчас успешная страна. Да, Трампу нужно было заниматься протекционизмом, потому что Трамп сражается с Китаем за звание сверхдержавы, и это большая геополитическая игра. Но в Украине не надо никакого протекционизма. Протекционизм убивает и порождает Косюков, Бахматюков и всех остальных. И Ахметовых. Будет ли СМИ? По СМИ, значит, э, спонсоров у нас там 940 человек. Денег категорически не хватает даже ос особо на старт. Но я принял решение, сейчас я ищу каких людей, может там среди слушателей есть. У меня есть еще второй канал, там 1000 подписчиков или 910. Нужно порезать отсюда мой контент, то, что делает Гордон, например. Порезать контент на кусочки, правильно выбрать фразы, правильно прописать название. Очень простую там цитату, картинку там можно сделать скриншот или там добавить героя, о ком идет речь. И таких видео нарезать, забить тот канал, набрать подписчиков. Дальше включится монетизация, я это сделаю бизнесом и превратим это в новостное СМИ. Я знаю, как это сделать. Вот то, что я потихоньку буду пытаться сделать, ну, подходить к этому как к бизнес-подходу. Потому что люди ничего не хотят, люди ждут чего-то у моря погоды. Еще там кто-то про фонду умудряется спрашивать. Я за кого-то ничего делать не буду. Делать, вернее, могу, но финансировать точно это не буду. Но мне же не больше всех надо. Денис, зачем в Украине налог для госслужащих? Я не понимаю, что за вопрос. Какой налог для госслужащих? Вы сможете показать человека, который владеет бизнесом, в котором не будет работать 5% с программой 5-10%, потому что Балашов скажет, что нужно примерять на свой бизнес. Да, смогу. На дебатах я покажу ему несколько видов бизнеса, на которых 5 именно Балашова не подходят. С цифрами я все это покажу. У меня был такой бизнес, на котором не подходит. Он подходит, но там при одном условии, которое есть и в моей программе. Тогда вопрос: зачем делать налог транзакций, когда есть налог с продаж? Самое главное для чего называть налогом с продаж э, налог, в котором платит вся цепочка. И я не вижу, что дорого или плохо. Но для некоторых бизнесов это неприменимо. Я еще раз говорю, покажу. А вы продолжаете мне клепать цитатами Балашова. Это уж совсем скудно у вас все в голове. Скажи про видео Балашова про Ермака. Да. Я понимаю, я, я, не, я там знаю, какие нюансы, не хочу ничего рассказывать, потому что я как раз не балашо в этом смысле. Это не буду. Выходит, Балашове говорит, делает видео Ермак за 5-10, вот там форум Ермак. Он прекрасно знает, кто такой Ермак. Очень хорошо знает, кто такой Ермак. И прекрасно знает цену этим форумом. И когда-то Порошенко привез Артура э, Лафера, это автор кривая Лафера. Знаете такое? Это такая кривая, которая показывает, что э, чем ниже налоги, тем больше людей их платит. И есть определенная математически выведенная шкала, какие должны быть налоги, чтобы их платили все, и невыгодно было их не платить. Доказано, четко. Порошенко привез его на конференцию, да, Лафер, ты красавец, он говорит, снижайте налоги, у вас будет счастье. Да, спасибо, пожали руку, дали деньги, и он благополучно уехал. И Южанина творила свои дурные вещи. Но правда, я же рассказывал, хотя бы на машины растаможку понизили. То же самое делают эти. Но Балашов выходит и пытается цепляться, чтобы вернуться домой, чтобы Ермак, чтобы его не наказывали как-то. Вот я такого делать категорически не буду. Ермак негодяй. И даже если я считаю, что он агент ФСБ, и это на самом деле кажется, что-то не так. Ермак все равно негодяй. И я никогда не трону человека в своих видео. А если я кого-то трону там, по глупости, по ошибке, я извинюсь, если я буду неправ. Пока такого не было. Я вам уже говорил, что Ермак такой хороший парень, он делает какие-то вещи. А, я... а татаров какой золотой человек? А гетьманцев, я должен это все хвалить. Я не буду этого делать. И когда такой радикальный человек, как Балашов э из Америки начинает уже там как бы стелить Ермаку, что вроде бы как Зеленский Ермак это ничего, о чем мы можем дальше говорить? Да, мне это не понравилось. Я сказал, что я этого не понял. И менять мнение каждую неделю, типа э биткоин это полное Г, а потом биткоин это супер, или Тесла это супер, а потом это полное Г, Илон Масс сначала гений, потом мошенник, я так не играю в эти игры. Это просто моя точка зрения. Після закінчення війни, через скільки можна ви... буде виїздити з країни повнолітнім чоловікам, на вашу думку? Думаю, через полгода год. Це предположення. Э, смотря в якому положення, ще буде страна після того. Питаюся щодо страхового щодо страхової, страхової медицини. Яка ціна може бути в Україні? Хочу дізнатися приблизно суму чи відсоток від середньої заробітної плати, я не знаю. Я не знаю, це буде нормальна рівночна ціна, тобто рыночка, То э, в тому смысле, що це буде вполне э, по, по карману. Це буде по карману. И тоже там парень сегодня в телеграм-канале. Денис, вот я там в Германии, вот какое-то видео сбросил Это аргумент, что страховая медицина это плохо, надо оставлять платную. То есть даже есть люди, которые считают, что страховая медицина это не платная. Это и есть только платная медицина без государственной, но есть же люди, у которых нет возможности ее купить, там поможет государство. Вот точка. У тебя хочешь заказ пойти, что сделать? Иди и делай, как в Украине это и сейчас работает. И, кстати говоря, прекрасно работает. А почему прекрасно работает, знаете? Потому что это никогда не трогало государство. Если бы до государства добралось до платной медицины, у нас бы не было такой, таких классных частных клиник, как они есть. 10% от минимальной заработной платы, как в Чехии. 10% у меня от любой заработной платы. И понятие минимальной в моей системе не существует. Это все придумали чиновники. Налог, скрипты и майнинг какой должна быть? Те самые 10%. Нам потребна украинская инвестиционная биржа с минимальным порогом входа, альтернатива пенсионным фондом. Я не знаю, что такое инвестиционная биржа, честно вам говорю. Я знаю, что такое фондовая биржа. Я, я прописал, что она должна быть и корпоративное право. Что такое инвестиционная биржа, я не знаю. Смотрели ли вы дебаты Зеленского и Порошенко? Ну, конечно. Денис, когда закончится вина, твою думку, в конце 24 го в начале 2025 -го года. Э, так, это интересно, вы придумали, будет несколько типов пенсионных фондов, они будут заниматься реинвестированием? Нет. Будет фонд национального благосостояния, куда пойдут деньги от э, приватизации, от аренды НЕДР, то есть концессии НЕДР, только с мировыми корпорациями от амнистии капитала и много-много еще откуда это все будет идти в этот э, фонд национального благосостояния. По сути, он будет де, выполнять фонд, э, роль пенсионного фонда, там, первое десятилетие какие-то. И эти деньги будут инвестироваться там, в районе 10-12% годовых доходность, и за это будут платиться пенсии, вот эти 300 долларов каждому. И я считал по пенсионному, э, сейчас же самая большая часть затратная в бюджете, это пенсионный фонд. Я на эфире с Себастьяновичем говорил, если взять пенсионный фонд, размер пенсионного фонда 2021 года до военного и поделить на 8 миллионов пенсионеров, а их больше точно нету. А может быть даже и 7 реально их, когда сделать ревизию и все поправить, там уже получается где-то 110 или 115 долларов, если всем одинаковую пенсию платить. Уже сейчас. То есть уже сейчас пенсионеры все могли бы получать э, там, 5 тысяч гривен. Можете себе представить? Нет, зачем по судьи получают? Сколько? 20 тысяч гривен. Денис, здравствуй. Ты раскритиковал Мазурашу, мол, он, чтобы не видеть негативные комментарии, предлагает сажать комментаторов. Но ты разве делаешь не то же самое? Твоя самая частая фраза сразу в бан. Я для таких, как вы, и рассказал, Пример комментарий вот этой женщины, которая комментировала у Себастиновича. Во-первых, бан несколько отличается от посадки в тюрьму на 7 лет. Это так. Маленькая такая незаметная разница. В бан на моем личном канале, и когда пишут это народному депутату, которого типа избрал народ, который хочет этот народ за то, что он его избрал, на 7 лет отправлять. Это во-первых. Во-вторых, во -вторых, во -вторых ээээ, вы пишете, как вы сказали, твоя самая частая фраза сразу в бан. Вот сейчас меня спросили про пенсионный фонд. Я отправил в бан. Про Балашова я отправил в бан. Если мне пишут, ты чего не в ЗСУ, то разговаривать не о чем. Или чему не бахму там, Конечно, в бан. Потому что я должен конструктивно говорить для 3000 зрителей. Вот и все. Сейчас средняя страховка 9000 в год. Вполне посильная. Так вопросу сколько стоит? Ну, конечно. Денчик, еще по спонсорам? Как этот вопрос понять? Сколько спонсоров? 940. Я хочу только сказать еще одно про спонсоров, если вы об этом спрашиваете. Оказалось, представляете, только недавно я об этом узнал, оказалось, что тех, у кого Apple, телефоны, с Apple устройств не работает кнопка спонсорства, потому что там как бы они не договорились за комиссию, какую снимает Apple с YouTube, а там что-то дорого, недоступна эта кнопка. Поэтому я сейчас выбираю сервис, я добавлю сервис для тех людей, которые пользуются Apple, но хотят, хотят стать спонсорами канала, и для тех, кто хотел разовые взносы делать. То есть мы не, не, не какие-то деньги не допринимаем. А они нужны будут с учетом Второго канала. Не понимаю смысл перехода с кириллицы на латиницу для вступления в западный мир. Ведь такие страны ЕС, как Болгария, алфавит их на кириллице ни на что не влияют. Я вам объясню: мы друг США, мы партнер США, английский международный, кириллица лучше воспринимается, ой, латиница лучше воспринимается, чем кириллица всем миром. Это понятные буквы. И раз так хочется уйти от русского языка, это будет как раз глобальное отличие. Вот и все. Ну, русскоязычных людей трогать не надо при этом. Я там это указал. Тобто вина закінчиться, коли Трамп стане президентом США. Або від... Да, від цього. В більшості випадків від цього. Я пока не вижу света в конце туннеля. У меня iPhone и я спонсор. Но ну, есть такая проблема, есть. Я даже на канале Панасенкова увидел. А когда шари переобутся? Ну, как оказалось, я, я, там слышу, он уже и на украинском языке разговаривает. Ну, клоун, клоун. Я, не, нет, с макбука это можно сделать. Я имею в виду с айфонов, я так понял, нельзя. С а, с компьютера любого можно это сделать. Но большинство, я смотрел по статистике, у меня процентов 85 со э, с смартфонов смотрят. Да не подевало все на Соловьева. Денис, даже Скрипин заведение латиницы. Я не знал, видите, даже, даже у Скрипина бывают э, нормальные вещи в голове. Э, только я хочу подчеркнуть это: на, на благосостояние страны это никак не скажется. Но это факт. И знаете, еще по поводу реформ? Там вот мы с говорили, я же сам потом просмотрел эфир э, про эти догмы, которые сидят у людей в голове, которые там Арсений Петрович привил, что затягнуты поясы, э, непопулярные реформы. Правильно Себасинович заметил, это все негодяи и сволочи придумали, чтобы задурить голову маленький пример из бытовой жизни, как это работает. В доме, где я живу, два лифта пассажирских, и один не работал, как я только сюда заселился. Не работал, не работал, и в доме был менеджмент, который говорил, там надо годами какая-то запчасть. Этот менеджмент, видимо, выгнали, поставили другой, и вот заработал второй лифт. Здание большое, лифт надо было ждать по 15 минут, это ужас. И жизнь резко в здании стала другой, суперкомфортной и все остальное. Это вам ощущение такое же, когда в государстве. если завтра вести налоговую систему, которую предлагаю я, это все, сразу Украина другая. Не хочется ни уезжать, ничего, никакого, только конструктив, работа и все остальное. Это просто пример. Здесь и сейчас я презираю тех даже популистов, которые говорят, что да, вот эта реформа через 10 лет, вот это через 20. Нет, нет. Реформа это здесь и сейчас. И вам говорю рано или поздно настанет предвыборная кампания, предвыборный процесс выбора. Если вам что-то не на здесь и сейчас, сразу до свидания. Как вот я сразу в бан, сразу до свидания. Даже не слушайте. И особенно скажите это старшему поколению, пенсионерам. Вы вот с этими пропорциями, я все поправил, нормально все стоит, хватит уже. Денис, чем, вам, чем вас заинтересовал Поносенко? Это умный человек. П правильно понимает мировые процессы и, кроме этого, прекрасный историк. Кремль открыл охоту на политичных блогеров. Ну, они же не занимались политикой, теперь политика занялась ими. Это, этот закон работает всегда. Просто для непубличных людей в меньшей степени. Действительно, можно свой островок счастья построить, там все. Но это одна беда. А когда это там, например, как Суркисы, которым там что-то не нравится, или там их друг Миша Бродский такой негодяй, глава сайта обозревателя, у которого Подоляк, кстати, был советником. А если ты был советником Бродского или вообще с ним близко делал дела, значит, ты уже подонок просто по определению. Это я вам точно говорю. И что получается? Они хотят быть мультимиллионерами, миллиардерами, а что все остальные были нищими. Это обалденная история. им так комфортнее. Патреон мне разонравился, там нужно регистрироваться, мне не понравилось. У них низкая комиссия, но мне не понравился этот момент с Патреоном. Денис, как вы смотрите на замену Ермака на Ющенко? Ну, вы... Мы же можем сейчас обсудить на Илона Маска с таким же успехом. Я же здесь не фантазия, я же не сказочник. Вы верите, что Запад поможет? Где вы живете? Если не на Украине, то вы балабол. О, нет, балабол это вы, что на Украине вы себя спали, Запад поможет, до свидания. Вот таких сразу в бан. Или я должен сейчас не дискутировать, по вашему мнению? Это к вопросу о критике. Это что же тоже критика, да, по-вашему, получается? Эх. Денис, вопрос не по теме. 20 мая бой Хэйни Ломаченко. Дай свою аналитику. Моя аналитика простая. Я болею всегда против Ломаченко, всегда против Усика. Вот вся моя аналитика в отношении этих двух людей. Так вот так от сразу до тепер, бачив інтерес в каналу, а після русскоговорящих не трогать. Да, до до свидания, тогда я що? Если вы не понимаете этого, то ваше дело. Я не против. Почему СБУ убивает банкира, агента ГРУ, никому ничего не делать, не знаю. Такое ощущение, что это, знаете, единственная какая-то проблема, которая случилась в Украине. Братья Кличко, что они из себя представляют? Мафия в чистом виде. Apple можно, но с Macbook. Да, с любых ноутбуков можно. Я конкретно про iPhone говорил. И, возможно, iPad. Не проверял. Так, сейчас Шариф в ТикТоке стримит. Не хотите к нему заглянуть после своего стрима? Нет, я устаю после стрима. Питание не по теме. девитесь дивитесь футбол? И если дивитесь, то за какую команду вболеваете? Во время войны полноценно не посмотрел ни одного матча. Посмотрел 60 минут Реал с. с... 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 Ой, подождите. Манчестер Сити с Баварией, по-моему. Баскетбол смотрю. Я за Лиги Чемпионов зарял в этом году. Денис, вы видели интервью Комаровского с Зеленским? 10 минут пока посмотрел. Ну, понятно, Зеленский. Спит на маленькой кровати, там это бедный. все поня... Это все понятно, да. Надо же влюбить в себя по-новому всех зрителей. Я на эти трюки для Я, знаете, равнодушно смотрю и, и смотрю. Арестовича обидели, теперь пропал с горизонтов. Да не, он не пропал. Он теперь поет, видите, совершенно другую песню. Как ты относишься к Андрею Ларионову? Пожалуйста, на подкаст могу провести. Денис, скажите, что Трамп может поменять. На... Находите по тайм-кодам на предыдущих стримах. Это все есть. Я не хочу повторяться. Усик в политику иметь, это ясное дело. Он уже давно сказал, что он президент и, возможно, пойдет. Добкин стал попом. Это правда, для чего это Добкин? Да он куку -ку. по жизни. Денис, скажите, они не придумают уголовку за испорченный бюллетень? Не знаю. Вряд ли. А Усик, чем тебе не угодил? Перекрасившийся вата. Они с юности ватные дела эти с Ломаченком, только Ломаченко, видимо, уже занесло на теме религии конкретно, а Усик перекрасился вовремя. Может, чуть поумнее просто. Дружи, просто многие опять влюбились в Усика. А я, кстати, он недавно лайкнул этот пост этого Ломаченко в Инстаграме с этими попами Московского патриархата, с этим всем, которые войну поддерживают. Слушайте, я... Для меня, если человек там сделал взнос в ЗСУ, публично на этом попиарился, я от этого его не стал обожать, потому что я чуть, -чуть глубже копаюсь. Підкажите, будь ласка, литературу, чтобы разуметь, как працюет бизнес. Э -э -э -э, не знаю, я не увлекался этим. Я всегда был за практику. Он масончик, для него... Звучит... Ой, что за бред? Так, Бавария ошиблась с тренером или менеджмент клуба дерьмо? Я в этом году так подробно не, не могу ответить. Это тот год, который вылетел у меня полностью из-за войны в этом смысле. До этого я бы вам все подробно осветил. Волочинные времена депутаты, я на ноги. Ну. Так, почему Петров и Баширов с Исландии ТВ не под Бахмутом сами, зато сами всех критикуют за недостаточный патриотизм или недостаточную ненависть к русским? Да, я вам скажу, что еще было такое в начале войны, где-то март, пришел э, Арестович к этому Иванову, сидят два уклониста по большому счету и рассуждают, что вот те, кто там такие, а те, кто там всякие. Вообще и сейчас там что это просто Петров вообще работал на офис президента еще до войны абсолютно все понятно это так ну мерзость такая и Петров и Иванов что это просто Денис, я общаюсь с молодыми людьми до 35 лет, спрашиваю, за кого вы бы сейчас голосовали? Они говорят за Зеленского. Я в шоке, это очень много молодежи, к чему мы опять придем. Да. Про париматч не знаю, снимут санкции или нет. Где находится Ахметов, что он думает делать после войны? Так я ж не Ахметов. Я не знаю, что он думает. Он думает делать то же самое, что он делал всегда здесь. Выкачивать деньги отсюда. В присоске с государством. Вы заметили, что всякие геолеросы заработали и у Зеленского начала падать поддержка? Заработали и у Зеленского начала падать поддержка. Не... Это связано не с геолеросами, а с действиями Зеленского на посту президента Украины. Как думаете, коча у Зеленского рейтинг? Я думаю, процентов 75-80. Я про Иларионова уже ответил. Не задавайте мне про всяких хмырей вопросы. Я не буду это даже зачитывать уже. Хватит. Денис, вы были когда-то в Харькове? Если выбирать между Киевом и Харьковом, какой город лучше? Во-первых, я объездил всю Украину бытность спортсменом. Во-вторых, э, как я вообще за время войны буду давать такие моменты, если выбирать между Киевом и Харьковом? Харьков весь разрушен. Странный вопрос. Канал Исландия это канал ОП. Ну, конечно. Только ОП, оно что же неоднородное? Многие путают. Многие думают, что в ОП нет каких-то структур. Там сейчас сражаются за влияние на Зеленского, Ермак с Арахами. Вы написали у нас ветера Умани, вы сейчас хотели расповести нам. Да, то, что случилось в Умани, это, понимаете, это еще одна причина. Давно этого не случалось, такого ужаса. Эм, Во-первых, всех, у кого есть дети, все должны максимально были все сделать, чтобы уехать из Украины. И, чтобы дети были в безопасности. Потому что если не эти отморозки направляют ракеты на жилые дома, то может сбить ПВО и случайно ракета может упасть. Это первое. Второе. Ну, я это в телеграм-канале выкладывал. Соловьев прорекламировал такого подонка Семченко. Это такой блогер, который сюда звал русский мир, э, Сталина восхвалял, а потом его бл благополучно успел выехать из Украины, э, продолжает нашу страну. Вы поняли, что делать? И они выставили в рекламе у Соловьева: что это же девушка такая с такой азиатской примесью внешности, молодая, которая в крови вся была семья что это в Донбасс? Это Украина бомбит Донбасс, и это вот девушка с Донбасса. И вообще то, что случилось в Умане, если вы подробно смотрели, вот я задаю вопрос. Может, пора заканчивать, думать как? Может, пора береть не про Крым, перестать говорить и про возврат Донбасса? И подчеркиваю сотый раз, потому что опять сейчас какой-то Соловьев выдернет из контекста. Было бы чем, хоть до Москвы. Нечем и нет денег. Нет, не Нора, ни не видел я, кто это. Э, стоил ли нашего внимания конфликт Гордона Поворознюка? Сливается серьезный компромат до последнего с целью посадить. Никто никого не посадит. Это два, два одинаковых перца. Один всегда взаимодействовал с властью я, про Поворознюка и построил свой... Криминальный островок счастья, а Гордон просто всегда вредительством занимался, э, медиа-эскортом и продавался за бабки, за влияние э, кому угодно. Беспринципный абсолютно человек. До войны у него Ермак, ФСБшник, худший в мире негодяй. А сейчас Андрей, Андрей Борисович, Андрей Борисович спит на раскладу. Андрей Борисович, Господи, какой объем работы! Андрей Борисович выполняет. Лучший, лучший. Это просто противно. А, вот посчитали, что 82 видео за год выпустил. Ну, наверное. 80, 182, ну, возможно, да. Так, идем дальше. Поднимите тему ДТЭК, Павлоград, Уголь издеваются над шахтерами. По всей стране издеваются над всеми людьми. Частный случай, мало информации. Не мочим, але народ грибуть обыкинутый в топку. Вся эта процедура мобилизации, то, как это ведут себя эти центры формирования, это все отвратительно просто. Это должно быть все э, с уважением к личности, с соблюдением законов и конституции, а никак не как непонятно кого. Это, это ужасно просто все то, что происходит. И я еще раз подчеркну, это та же история, что в начале войны с ТРО. Не может Зеленский или Залужный стоять на каждом, ходить каждого призывать, вручать лично повестки. Но организовать работу этих комплектующих центров нормально, они обязаны. Те, кто за это отвечают. Ну, это, наверное, Резникова да, идет юрисдикция. А не улыбаться и быть довольным жизнью таким. Я понимаю, почему, конечно. Надо как-то держать себя в руках. Канал Цензернет Юрия Бетуцева Есть смысл дивиться? Владимир, вы можете вообще кого угодно смотреть. Выводы просто делайте сами. Про Бутусова много раз уже говорил. Не хочу повторяться. Там одним словом не ответить. Смотрите, я же смотрю. Вот интервью с Червинским, я же там смотрел. Денис, как думаете, когда вернутся с Турции командиры? Вообще не знаю. Там тоже такая история. Все это понятно, зачем, куда и почему. Денис, возможно, я сильно наспамил, но может ли ваша комьюнити помочь движению как-то еще, помимо спонсорства, чтобы реформа оплатилась в жизнь, есть какой-то план? Для того, чтобы реформы оплатились в жизнь, нужно взять власть. Чтобы взять власть, нужна партия. На партию нужны деньги. Деньги могут дать только люди. Чтобы привлечь много людей, нужно СМИ. Поэтому нужно начинать СМИ. Нету Зеленского пишут 75-80% поддержки. Ну, я хорошо, если так, но я пока чувствую и вижу обратное. Просто я бы провел на своем канале опрос, но он будет не показательным, потому что все-таки зелебота у меня меньшинство. На кого работает Бутусов? На нескольких, но в основном это Днепропетровск. Я уже говорил когда-то фамилии. Про Пригожина было в начале ролика. Жду видео по каждому пункту из программы. Было бы интересно разложить все по пунктам, сделать отдельный плейлист. Так и будет. Я ничего не знаю про Романа Дудина, и я не снимаю сюжеты. Я не журналист. Инкогнито пишет. Хотел бы вам в команду. Ваши принципы мне импонируют. Команды пока никакой нету, но вы даже не спонсор канала. Если импонируют, то доллар в месяц вы найдете. Под э, ничем до Москвы вы имеете на увазе зброю, людей чи усе разом? Усе разом, конечно. Да и зачем? Усе разом, конечно. Мы же не империя. Слава Богу. Вообще, Украина могла... Сейчас тоже повторяю. Меня смотрят многие, кто находится за границей. Вы понимаете, какую, какая конфетка могла, могла быть Украина какой страной? Это вообще. И, кстати, в России раньше бы случилась революция, если бы мы такими стали, если бы они под боком видели вот такое все. Как можно было все делать? Все, все прогнило этой системой, которая кроме как коррупции ничего не может выживать. Вот эти вот царьки, мафия, это ужас. А какой могли? Мы могли во всем быть лучше. И в страховой медицине сделать самое инновационное правильное решение – чтобы не худшее а лучшее брать это то на чем построена моя программа лучшее взять а когда вам говорят про Европу вам сразу же а там высокие налоги а там регулиры худшее хотят вам сделать а потом так это Европа вот так действует любой чиновник любой реформе и гетманцев это самый показательный этому пример децентрализация для Украины как вам ну так в основе любой свободы децентрализация конечно она, она в принципе проведена можно еще больше и там есть моменты Спочатку ЗМИ, потом президент, туди можно партию, на партию требовали какие-то гроши, это кадры по всей Украине. Во-первых, я в политической эмиграции, во-вторых, нигде никогда не заявлял, что я буду создавать и партию или идти в президенты. И, кстати говоря, по-моему, даже взнос для участия в выборах президента был 4 миллиона гривен. Сейчас в связи с падением курса поднимут еще. Я за реальные вещи. Президентом я не стану. Зачем об этом говорить всерьез? Если бы раньше все начали YouTube смотреть, то да, так только телевизор. Да вы понимаете, в YouTube, да, но в YouTube же тоже шлака хватает. Раньше смотреть. Но вот Шари, видите, загнал на себя на критике чисто аудиторию. Ну, плюс там кое-кто ему помог, кое-какие службы. Я так думаю. Денис, почему Рамина раньше выпускала ролики на русском, теперь на украинском? Да вы же сами знаете ответ. Политика. Пишет Эрдоган тоже про российский. Нет, Эрдоган на себя работает. Одной, этой самой, на двух стульях. Денис, почему все молчат про детского военкома? Я не знаю. Потому что, это сказал э, свинья Масийчук, и все должны повторить бездоказательно, без ничего. Может, это и правда, но что я должен об этом говорить? Со словом Масийчука. Но 4 миллиона гривен мы вам наберем, когда подписчиков станет 250 тысяч. Сомневаюсь. Да и зачем идти, чтобы просто проиграть? Ну, для пиара. Но я же не в Украине нахожусь. Привет. Понятно. Группа рейтинг постоянно занимается заказными опросами. Влияет ли так сильно чужое мнение под цифрами 70-80 на за? Еще что-то, мне кажется, быть в 20% не так плохо. Смотрите, любые соцопросы и все эти центры, это все сделано для влияния на общественные массы. Поэтому к этому надо относиться так. Да, 100 тысяч по 45 гривен, я, я тоже так думал, но пока что по одному доллару скинулось там, ну, кто больше, кто там, там, плюс комиссия YouTube, э, спонсоров канала 940 пока. 940, а вы про 100 тысяч по 45 гривен. Это все хорошо только в теории, на практике это так не работает. И также будет с выходами на какие-то митинги, все, все это работает одинаково. Особенно мне нравится, э, видео какое-то выпустишь. Ну что, комментарии, и так не один, не два, а так сто, пятьдесят где-то может быть. Ну что говорить, давайте уже что-то делать. Что вы только говорите, ничего не делаете. Я пишу, а вы что еще не спонсор канала? Оп, ответа нету никакого. Я еще ничего не делаю. Вот. В этом все наши люди, я же еще раз говорю. Так. Да, один процент, где-то вот один процент от подписчиков это реально люди которые готовы что-то с тобой делать это вот показывает так практика дениса из грузинской кухни ты что больше всего любишь и если в городе где ты живешь грузинское кафе но ну, я уверен что где-то грузинская кухня есть так хачапури люблю Денис так это ответил. А мы прямо можем, а мы прямо сейчас можем попробовать все скинуть по 45 гривен. Да, но нет, это так не сработает. Да зачем? И зачем сейчас себя? Есть кнопка спонсорства. Вот вы не спонсор, нажмите, если хотите. Ссылка на спонсорство в закрепленном комментарии. По ходу эфира много спонсоров добавилось. Синим сверху. Под каждым видео. Прошу всех подписаться, кто новый здесь или не подписан на телеграм-канал. Телеграм-канал это часть YouTube канала. Это важно все. Значит, для партии нужен миллион подписчиков. Это задача очень серьезная. Не уверен, что она выполнимая. Нам как раз и надо без денег, а если проплаченные, то они торгаши. Что это такое? Кто такие торгаши? Поясните. Денис, ты бы провел совместный эфир с Арестовичем. Мы можем затегать его после его ухода из АП. Он стал говорить адекватные вещи. Совместный эфир стал реальной идеей. Как хотите. Он никогда на это не пойдет просто априори. Он, он э, будет считать, что он меня пиарит. И он знает, что я буду говорить неприятные для него личные вещи. Денис, добрий вечір. До чого може призвести, що Китай вже просуває свій юань в Південну Америку, ще кілька країн измену долара, Трампа. До чого може призвести? Та, ну як? Китай намагається стати государством номер один в світі. Тут все очевидно. І я, я вже рассказывал: всі диктатори хочуть об'єднатися проти всього цивілізованого світу. Сьогодні аномально мало зрителей, 3000. Може быть, на следующей тиждень не буде стріма, здесь, перерыв сделаем. Може, люди подустали. Давайте о чем-то хорошем уже. Даня Литвин пишет такой комментарий. «Э, но я уверен, что вы видео с Себастьяновичем или мое э, там, где я сам, с пакетом реформ не смотрели. Там о чем-то хорошем. Оно вам не интересно. О чем-то хорошем. То есть о вранье. Вранье вам рассказывать. Есть подоляк для этого. Так, Денис, как вам Игорь Масичу? Коррупционная свинья. Негодяй. Жаль, що у спонсора моєго каналу такий вопрос визникає. Путін дал указ наращувати производство дронів, а у нас так уже давно Росія кліпає дрони. Ден, дивлячись на, те, що все, на все, що робиться в українському парламенті і у владі України, і на, я навіть не знаю, що робити, я думаю, так багато хто. Я думаю, може радикально щось міняти. Так ми ж об этом, собственно, і говорим. Для этого здесь і собрались. Так. Так, 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 Привет, как с тобой связаться? Кому надо со мной связаться, тот такой вопрос не задает, потому что мой email выставлен везде. К сожалению, к сожалению, ничего личного, но когда задают такой вопрос, значит, напишут какую-то глупость. Есть люди вообще, знаете, уникальные. На почту 8 писем в день, там ссылки на видео, либо полная туфта, либо уже сто раз просмотренные. И там важный комментарий. Для чего это делать? Есть телеграм-канал, в конце концов, бот. Нет? это очень важно. На почту именно. Но попадают в спам и другого нету. У нас надежда на Байкар. Что это? Байкар. Что это такое? Денис, что потребно сделать в Украине, чтобы американцы отримали безвиз в США, а решту англомовных держав? Чтобы... А, чтобы украинцы отримали безвиз в США, а решту стран. За решту не буду говорить. У поляков, например, безвиз в США. Для этого нужен определенный уровень ВВП, и цивилизованная жизнь. Потому что полякам не надо нелегально оседать в Америке по турвизе. У них они себя в стране могут реализовать. Когда такое будет в Украине, экономическое благополучие, тогда украинцам не надо будет э, маниакально хотеть остаться нелегально в США. Так это все и будет работать. Да, ребята, не хочу я про пальцевского говорить. Зачем он нужен? Mm. Видел видео, где вы ви говорили, что ВВП Китая будет падать, так как население стало мало плодиться. Это про пенсии и ковид ограничения негативно сказались. Честно, не припоминаю такого. Над... Может, и было контекст надо понимать. В Америке. И вообще, вы это написали дальше, что? А где вопрос? Сам? В Америці не всі можуть потрапити до армії, там якийсь відбір, а в Україні десь на вулицях піймали поймала три дні на полігоні і в Бахмут. Это же вопрос, в Америке сейчас не в состоянии войны какой-то активной. Но во время войны такого бы тоже не было. В Америке профессиональная армия контрактная. В этом вся соль. Это давно уже должно было быть в Украине, если бы этим кто-то занимался. По какому принципу может проводиться в будущей амнистии, на вашу думку? Да я же сказал. Не, не, не связан с сепаратизмом и с э, убийством украинцев, можешь легализировать деньги. При 5-10 невыгодно любое производство, в цене товара сидит налог на каждый промежуточный этап производства, экспортная цена будет выше, чем у конкурента с НДС. Это как раз заблуждение, и Балашов думает, что я вот рассуждаю так, как вы. А я совсем другое имел в виду. Какой Кличко пойдет на выборы? Может быть такое, что оба на разные позиции. Кличко на президента Виталий, а Владимир на мэра Киева. Я думаю, что нужно взрывное видео на 100 плюс тысяч просмотров, чтобы было рекордное количество зрителей. Не знаю. Как ни прискорбно, у нас совок 30 лет маловато, но в сравнении с РФ мы идем всеми мильными шагами, я думаю. А я думаю, мы не идем всеми мильными шагами. Учитывая, что уже есть интернет, в чем мы идем всеми мильными шагами? Я вообще не А совка? Когда у нас уже столько э лет существует интернет, а мы а это вообще как связано? И вообще совок же в голове, не в этом же суть. Совок же в голове находится. Денис, можете назвать свой топ решительных и адекватных политиков в мире? Что вам нравится в их политике? Э -э Борис Джонсон, Дональд Трамп и Натаньяху. Уже это все рассказывал, не хочу повторяться. Да, после вчерашнего Тиктока, может, человек 100 пришло, 200. Нет, 200 вряд ли 100 где-то. З приводу энергии. Не знаю, о чем вы говорите. Формулируйте вопрос правильно, понятно. Якщо я в ЗСУ, то можу потрапити з влави ЗСУ, не понимаю. Привіт, чому на тебе гнав Балашов? У него спросите. Сейчас в армії в большинстве безпределів мрак. Денис і створить збір на кандидата в президенти без прізвища, ба нам знову всунуть арестовича? Ні, нет. Во-первых, нет, нет, нет. Во підвиборного процесу, втрих я в США. Я обманами не занимаюсь. Як допомогти своїм батькам вибити совок з голови? Боюсь, що у вас не вийде. Я же говорю, бессмысленно, я не работаю. Вот у меня там есть, мне приятно было читать такие здравомыслящие пенсионеры или просто люди в там, возрасте старшем. Это приятно, что они есть, но их меньшинство. Вы ничего не докажете там, пенсионеру с совком в голове. Вы ничего не докажете парохоботу от отъявленному или Зелеботу. Это бессмысленно. Это почему там и в банне у меня можно нарваться? А зачем я буду на это тратить время? Просто не моя аудитория, вы понимаете. Эм, э, эти менеджеры по продажам и там, корпорации, допустим, по Ferrari, ну, FIAT. Они же не могут, или Ламборгини, они же не ориентируются на продавца, который ищет Toyota Camry, у которого бюджет 20-30 тысяч долларов, понимаете? То есть это просто нереально, зачем этим заниматься? Они же не могут обижаться на кого-то, что у них не хватает денег на Ferrari. Так же и я. Если у человека каша в голове, ну что, что, я могу на него влиять? Как? Денис, как думаешь, какой может быть худший сценарий? Не хочу об этом говорить, людей пугать. При 5-10 я считал, что при производстве автомобилей совокупный налог от 11 до 15 максимум в конечном продукте после его продажи. Да, там дело там вообще в других видах бизнеса э, вся тема. Вообще не в производстве. Это человек просто... Э, вот тот человек, который написал тот комментарий, он рассуждает так, как Дубинский Плинский. Человек, который не занимался, его сразу просто видно. Дубинский никогда этого не делал, но эксперт. Что думаете о Польчевском? Гордон фактически слил его кандидатуру. Я же вам сказал, Польчевский ничтожество, не хочу о нем говорить. Ничтожество. Такое же, как Гордон, кстати. Они даже дружили долго. Чем вы лучше Хамы, адвоката Крыжаневского, что вы дали фронту в тылу в разы лучшего. Вот все, видите. А вы говорите, вот я могу с этим человеком спорить его переубеждать. Это вот вам яркий пример. Ну зачем? Человек отмороженный, зачем его? Зачем с ним вести какую-то дискуссию? Так, как вы думаете, для чего нам рассказывать про Крым, если это майже нереально? Для того, чтобы как раз они уже достигли своей задачи, чтобы вы не воспринимали другой приемлемый результат. То есть для того, чтобы затягивать войну. Вот и все. Друг... Ну, я другого объяснения просто не нахожу. Именно из-за того, что в голове, вы верно подметили, именно в этом смысле мы семимильными, но тяжело это Я не вижу семимильных шагов от совка. Так, Денис, кого уважаешь из военных экспертов? Никого. Это все детский сад. Пишут, шахеды полетели плохо. Так, работает. Да, вижу новые спонсоры. Огромное спасибо, друзья. А, друзья, поставьте лайки. Ну, давайте 3000 лайков поставим. Мы не можем завершить стрим без 3000 лайков. Да, про Червинского уже говорили. Сколько должно быть подписчиков, чтобы вы пошли в президенты? 500 тысяч. Про приватизацию, Денис. Кто в Украине способен АЭС приватизировать? Это же десятки миллиардов долларов за одну АЭС, если не сотни. А гиганты типа Южмаш, кто это приватизирует? Вот Хельга Кравченко, ну, наверное, вас Ольга все-таки зовут, я не знаю. Просто не могу же вас по фамилии Кравченко называть. Я же, вы говорите, кто в Украине способен? А кто говорит в Украине? Это возьмут компании, которые имеют частные атомные станции в других странах или которые частные разбираются в этой сфере. И все. Я же не про Коломойского, не про Ахмета. Во-первых, не хватит денег. Во-вторых, это уже будет не прихватизация, а приватизация. А при приватизации они даже не всплывут. Поэтому вообще не проблема. Или вы думаете, что в мире никто не соображает в атомной энергетике, кроме сотрудников украинских атомных станций? Балашов, конечно, очень расстраивает последнее время. Я знаю, что если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Во Франции, ну, американцы, во-первых, во-вторых, во Франции, по-моему, очень сильно частный сектор соображает и делает атомное это, в атомной энергетике шарит. Балашов, конечно, очень расстраивает последнее время, как-то резко поплохел. это заметные позиции и в странных выпадах. Он таким был всегда, это можно там как бы к этому нормально, терпеливо относиться. Эмиграция в возрасте, она тяжело дается. После, я думаю, 25 она уже тяжело дается. После 30, а что говорить после 60? Где-то можно понять. Но это не повод вести себя непонятно как. Все-таки, я думаю, надо сохранять лицо всегда. Независимо от обстоятельств. Поэтому еще раз говорю, там 3000 сейчас э, зрителей. Пожалуйста, пишите им. Я готов на дебаты, э, там, я в рубрику пока, подкаст это публикую. Кстати говоря, показательный случай, побол... ладно, договорю, <связываю> с темы на тему. Готов записать баттл дебаты на тему 5.10, моей программы реформ, рассказать, что я за ночь писал, что я не писал, с конкретикой. Только маленькое предупреждение, я не Дубинский, не Плинский. Если готовы, пожалуйста. Э, теперь еще момент. Помните, когда еще из Киева я тоже предложил Геннадию записать совместный эфир. Опять же, дьявол кроется в деталях. Я тогда уже, в принципе, многое понял. Как делаю я? Я провожу с кем-то эфир, я всегда. Подпишитесь на канал гостя, везде у меня ссылки стоят на этого гостя. Интернет не даст соврать, это все можно проверить. Я записал с Геннадием. Он нигде это не выставил, ни в Фейсбуке, ничего, нигде, ни без тегов, без ничего. Не было у меня в планах собрать с него подписчиков. Я знаю, что это, во-первых, так прям не работает сильно. У меня от него пришло, может, человек 100-200. Это что? Боязнь какой-то конкуренции, хотя я и не конкурент. У него, во-первых, есть партия, у меня партии нету, как минимум. И я думаю, он точно вернется в Украину. Почему вы не напомните людям о спонсорстве? Это важно, и об этом нужно говорить. Наших людей очень тяжело расшевелить. Я за стрим раз 5-6 каждый стрим говорю про спонсорство. Вы невнимательно, видимо, слушаете. Но спасибо, что вы спонсор. Илон Маск приватизирует, пишут. Вот вам правильный, самый простой, правильный ответ на вопрос. Совершенно верно. 500 тысяч подписчиков и в президенты, а нещодавно кто-то сказал, что не будет идти в политику, пишет Житков Александр. Это ж, вы заметили, как я воздух перед этим вдохнул, перед тем, как это сказать? Для того, чтобы это с контекста не вырвали, чтобы вот это придыхание сохранили. Чтобы вот такие вот люди как раз так это и восприняли. Вот что такое наши люди, понимаете? Александр, не переживайте, будете голосовать за Юлю, Петю, Вову, не волнуйтесь, выдохните, все у вас будет хорошо. Будете жить в таком же Г, как живете. Все нормально. Про группу антитела в Ялте я уже сказал, потом посмотрите в повторе, пожалуйста. 500 тисяч, але збір треба робити вже. і коли буде сума, люди будуть бачити, що це реально зібрати. ніколи нічого не зробиш, поки не почнеш. Богдан, э, все правильно ви говорите. Давайте почнемо з СМІ. Давайте почнемо з СМІ, і СМІ буде продвигать на аудиторію, і ми быстрее соберем потрібні деньги. Э, так, э, вы будете делать видео про молодежь? Буду, конечно. Я сказал бы так: не про молодежь, а для молодежи. Для молодежи. Агиль Рустамадзе, азербайджанский військовый эксперт, уже сказал, ну смотрите, я не буду. Арестович не перебулся, а Ферестович не перебулся, он играет роль, ту роль, которую играла Собчак на выборах, то есть предвыборная. Не не, не 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 тут другая ситуация. Я понимаю, о чем вы, но поверьте, Арестович другой, другого поля ягода. 100 тысяч долларов в месяц выстачить на свои СМИ? Ты что, намного меньше? 5 тысяч долларов в месяц, и я начну СМИ. 5000 долларов в месяц. Вы посмотрите, как это... Я в этом кое-что понимаю. Посмотрите, как это работает. Мы же не говорим сми, украинская правда. С деньгами это не фокус сделать. У меня чуть другая философия. За 100 тысяч долларов в месяц любой из моих подписчиков сделает сми. У вас есть команда или кандидаты в нее нет? Потому что это так не делается. У меня есть взгляды, принципы, идеи, под которые потом будет подбираться команда. А не наоборот. Наоборот, команда всегда. Знаете, какая команда? Для распила она всегда заранее готова. Есть команда? Да, для распила просто колоссально. Вот так работают наши политики. Вы когда бизнес создаете, у вас появляются потребности, вам нужно закрывать вакансии. Вот вам нужен сегодня менеджер по продажам, завтра вам нужен HR, рекрутер для набора персонала. И вы подбираете под свою задачу. Илон Маск хочет изобрести там, электродвигатель, он берет специалистов с этой сферы, ракету вот с этой сферы, а не какая-то общая команда. Общая команда может быть по финансам, бухгалтерия, там, э, там общая организация бизнеса, там, менеджеры какие-то. Но когда мы говорим про идеологические вещи, тем более про реформы, так это не будет. Если вас не обманывают, Конечно. И, кстати говоря, Трамп работает точно по такому же принципу. Как обеспечить безопасность, например, земли, чтобы ее не уничтожили компании, которые ее выкупят? Олег, вот у меня к вам такой вопрос. А зачем платить свои бабки, становиться собственником, чтобы потом это уничтожать? Вот просто логика в это. Можно спросить у вас? Не думайте рекламу заказывать у более популярных блогеров? Нет. Про Такера Карлсона уже говорил, потом посмотрите повторе. Так. Лайки, лайки, друзья, давайте 3000 сделаем. Э, как по, вашему мнению, нужны, как, по вашему мнению, наши люди справятся с эмиграцией, сколько вернется после войны? Это хороший вопрос. И я, честно говоря, хотел бы даже вот... Э, я прошу, вообще, постоянно прыгаю с темы на тему сам себя на этом ловлю давайте отвечу потом комментарии больше половины я думаю так в, от 40 до 60 процентов но что-то мне подсказывает что больше половины вернется из эмиграции вот поверьте мне поверьте мне причем я думаю я думаю так из из стран типа э, Франции германии италии больше всех вернется больше чем из польши это вот мое мнение такое думаю даже из канады буду возвращаться из Америки уже возвращаются. Вот поверьте мне. Теперь, что касается этого вопроса, это очень глубокий вопрос, даже с точки зрения психологии. И я потому сейчас рубрику подкасты буду качать. Я очень много с кем хочу поговорить. Я же сказал, что после 100 тысяч канал переформатируется, ну, не то чтобы там до неузнаваемости, надо больше в сторону конструктива предложений. И новости, вот мы с вами сегодня и новости, и стримы, но я не могу по 30 кругу говорить, например, про Ермака. Понимаете, это просто неинтересно. Мне этот Ермак как личность, жаль, что нельзя материться, я бы вам сказал, зачем он мне нужен или не нужен. Он мне вообще не интересен. У него скучное лицо. Просто неинтересен. Я бы с удовольствием занимался тем, чем я соображаю, и не говорил бы вообще о людях. Но просто ну, в данной ситуации это невозможно. Только так. Если я вам сейчас буду делать каждое видео только супер-сверхконструктив, без текущих дел. Меня будут смотреть 20-30 тысяч просмотров. Меня это не устраивает. У меня задача минимум собрать 300 тысяч подписчиков. И 200 тысяч мы должны собрать уже в этом году. В этом году. У нас на это есть май, апрель. Эм, э, не, сейчас, сейчас у нас заканчивается уже май. Какой апрель? Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, Дика, 8 месяцев у нас есть. А нужно собрать еще 95 тысяч подписчиков. Это больше 10 в месяц тысяч. Как вы считаете, как отреагирует народ, если Зеленский решится подписать мирный договор без Донбасса и Крыма? Возможно ли это вообще? В том-то и дело х классный вопрос. Это классный вопрос. И мне, друзья мои, постоянно говорят: вот ты прав. Но ты представляешь, чтобы Зеленский подписал мир на таких условиях? Политически. Потому что тут же выскочит Петро и начнет кричать. Украину сдают люди, выходите, Украину сдают, смотрите, что робится. Вот он заложник этой ситуации, но почему он заложник? Потому что ему вот это все продвигает. Кто? Подоляк. Это же он по этим вещам как раз консультируется с подоляком. Он говорит, не, не так нельзя. То есть, либо ты за страну, за будущее великой страны, либо ты политикой занимаешься. Если ты идешь политикой, занимаешься на второй срок, рейтинг, о чем говорить? Каденцию Зеленский провалил просто. Короче, так, вы знаете мое отношение к Петру, но Петро лучше президент, чем Зеленский. Противно это говорить. Вы представляете, до чего ужаса мы дожили? О, Гена Медведев, большое спасибо. Денис, уже 10 раз запытываю, что думаете про трейдинг валютных пар? Я ничего об этом не думаю. Я думаю, что 99% людей на этом теряют деньги. Ну, может, 95%. 5 зарабатывают, а 95 теряют. Вот что я об этом думаю. Для меня это не бизнес. И я вам хочу сказать по опыту общения с такими людьми и по опыту общения людей, которые знают крупных игроков в подобном, это не жизнь человека, которую я бы вам хотел рекомендовать и не хотел бы ее для себя. Сегодня у тебя зашло, ты супер радостный. Они там иногда разные препараты стимулирующие да, употребляют. Завтра ты провалился, ты в полной депрессии. И вот так вот скакать, да зачем это надо? Я за системный бизнес, и это можно делать, и это дело настоящее. А это для особых людей, которые, может быть, по природным данным под это подходят, фанатеют от этого, у них получается. Что служит для вас показателем того, что люди вернутся с эмиграцией? Я общаюсь же много, и в том числе с людьми, общаюсь, у которых тоже большая аудитория и намного побольше моей. И это такое личное наблюдение. Что с этим связано? Во-первых, то, что в Украине действительно не испорчены многие вещи, которые уже испорчены неправильно. Ну как, побочка в других странах от них возникла. В частности, вот жалуются, что медицинское страхование, там по полгода ждать врача. Это уже забюрократизированные большие государства. В Украине мы так не сделаем. Это все можно сделать сразу правильно. И в Украине, в принципе, на, на одного врача приходится меньше людей. То есть врачей больше априори кроме того, у нас огромный госсектор в медицине, если его весь приватизировать, эти все люди, большинство из них, 90%, там 80%, попадут под новые критерии и пойдут уже в частный сектор. Все будет шикарно. Дальше факторы какие? Ну, элементарно, много людей в возрасте тоскуют за родиной, вот, привязка это существует, никуда это не деть. И самая такая причина, у многих были завышенные ожидания. Многие думали, как, там, в Германию приеду, засыпят деньгами, все бесплатно, должны меня на руках носить. Про Америку говорить не могу, у многих, не хочу вернее. У многих тоже такое, что Америка сейчас только в аэропорту встретят, сразу сумку с долларами на лимузине. Не так, так не работает. У нас же дешевая аренда жилья, у нас ну, уровень затрат на порядок ниже. Да, сейчас по питанию, мы уже, конечно, мне там вот с Киева сейчас рассказывали цены, продукты питания подорожали, уже, в принципе, соизмеримо с Европой и даже с Америкой, я вам скажу. Ну, практически, практически в абсолютных цифрах, не по соотношению к зарплатам. Поэтому все эти факторы, плюс эйфории момент, что вот будет конец войны, эйфория на родину, вот понимаете? Это мое только мнение. Сегодня много спонсоров присоединяется, это хороший знак. Да, спасибо всем. Кстати говоря, вот вроде бы меньше людей на стриме, чем за последний месяц, а спонсоров на порядок больше. Огромное спасибо. Денис, ти говорив, що залужний не замирався в політиці що насчет сирського. Сирський мені не особо симпатичен. На Сирського я видел много компромату. Так, як приватизувати держмайно, яке належить місцевій владі? Якщо президент за, а у шлюпки на місцях не хочуть. Процесс приватизации, он везде э, не отличается от местной власти или центральной. Если решение принято на высшем политическом уровне, оно состоится. Сделайте, пожалуйста, рилс о том, что только что сказали, почему Зеленскому невыгодно остановить войну. Ну хорошо. Если я нормально это сказал, я потом увижу повторю, я сделаю. Так. Извиняюсь, просто уже, когда два часа разговариваешь, приходит горло. Сырский командовал при АТО ребятами, которые попали в Виловайс. Да, я это слышал, много чего другого неприятного, но такие времена сейчас нужно 35 раз все проверять. Больше, МТВ стать спонсором. Хорошо. Уже куда больше мотивация, чем э, поломать систему, построить нормальную Украину? Я уже больше мотивации, честно говоря, не знаю. Заинтриговал, будет ли видео о нем, и если да, то когда? О ком? О ком? Про Сырского не будет. Я военных, даже которыми неприятно, не буду обсуждать э, во время войны, тем более перед контрнаступлением. Денис, когда планируется закрытое общество по бизнес-инвестициям? Скоро все будет. Кто-то уезжал от войны, а кто-то благодаря войне. Ну, не знаю, поясните, что вы имеете в виду. Будут ли... Да, Галина Стаднюк, напишите. Будут ли конфликты между теми, кто вернулся, и теми, кто остался? Да, 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 да. Большие конфликты будут между теми, кто воевал и кто не воевал. Вот это будет самое страшное первые полгода после войны вот этих вот моментов. Сколько же дурачков ТикТок на стриме? У вас вчера было ужас. Это ТикТок, никуда не денешься. Такой формат, но ничего, работаем. Как прогресс с возможными сенсационными видео, про которые вы казали на прошлых стримах? Одно вот-вот состоится. Я вам говорил, там очень сложно есть момент человеческий чисто. Оно состоится. Со вторым пока более сложнее, но тоже, думаю, будет. Я на вот эту вот тему с подкастами делаю просто громадную ставку и для роста канала, и это полезно для аудитории. <coughs> В Украине потребно вводить новый режим выборов, например, делать каждую каденцию конкурс на 12 тысяч мест по честных выборцам, чтобы только на свидание, что не, 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 Еще раз говорю, Валерий, спасибо за спонсорство канала, но я тут занимаюсь реальными вещами, и все должно быть максимально просто и понятно без избранных, там сложного механизма и все остальное. Кстати, важный вопрос, я еще его не освещал, но я буду освещать там по поводу разрешений. Вот увидели землетрясение в Турции, жилые комплексы легли. А на все эти жилые комплексы были получены разрешения, например. Все официально с точки зрения закона, потому что многие возбудились, что а как это без разрешений, без лицензий. Построил здание, оно упало, пойдешь в тюрьму, вот и все. Помню, вы говорили про потери ЗСУ, что вы думаете около 180 тысяч. Так как оборонять проще, это сколько. Так как оборонять знаки препинания. Так как оборонять проще, это сколько думаете потери РФ? Около 250-300. То, что 200 плюс, это точно. Пропала информация о крушении вертолета МВД в броварах. Замяли и забыли. А теперь давайте поговорим. Про информацию про бровары. Собирали черный ящик во Францию. Где заключение? Нету. Про Баканова засекретили. Ничего нету. Э -э, Иран сбил наш самолет МАУ перед войной. Пассажирский, гражданский. Тишина. Ничего не понятно. Что? Как? Вот и думайте. Представляете, сколько событий происходит? Нам ничего не рассказывают. Потому я у себя в Инстаграме сделал там сторис Недавно была годовщина трагедии на Чернобыле. Тогда замолчали людей, наверное, смерть люди ни во что не ставили. Сейчас то же самое. Не надо вам ничего знать, ничего не надо знать. Главное, чтобы Ермак все знал. Это самая главная сейчас задача. Расскажите за приватизацию дорог, ибо в США дороги будут на заграничных місцевих бюджете. чи тут спрацює правило, что не можно слепу копировать все подряд. Мы не можем в США копировать э, все вот так вот, потому что в США ВВП 23 триллиона долларов, это сверхдержава, а в Украине 200 миллиардов долларов. Мы должны брать лучшее и только в лучшем формате. В Украине нельзя оставлять вообще государственных дорог по той причине, потому что Украфтодор – это пилилово денег и ничего, кроме пилилова. Я подробно в видео вам расскажу, как я это вижу, как это будет работать. По каждому пункту, видео, по каждому пункту программы будет отдельное видео. Я вам пообещал, я сделаю. Просто это все невозможно сделать сразу. Мы должны еще про Израиль поговорить в контексте Украины, про книгу Шамона Переса но конструктива будет много и это как раз и есть позитив потому что я рассказываю какой может быть Украина что мы можем сделать куда уж больше позитив конечно надо будет напрячься конечно это сложно не из-за того что эта задача нереальная из-за чиновников из-за того что они узурпировали власть захватили рассказывать про Крым я не буду что мы там будем концерты я не буду этим заниматься ну просто не ждите даже от меня и ничего подобного тоже сказки рассказывать не буду Денис, для достижения наших целей ты уже сформировал идеи для силы. Нам реально нужна партия. Свою партию мы не можем создать, но кто будет приводить в исполнение нашей идеи? Там от Себастьяновича и его товарищи, не знаю, по делу, они там в Киеве собираются, у них собрание. Сделают партию. Если они действительно за эти принципы все возьмут, я с удовольствием отсюда их поддержу на медийном уровне или там кто-то другой, Доротич, может быть, сделает, тоже поддержу. Даже если у меня с Доротичем полпрограммы у нас будет расхождение, я все равно поддержу, потому что это лучше, чем текущее. Понимаете? Третья сила какая-то, может, я не, не знаю. Пожалуйста, я тоже это сделаю. Медийная поддержка, это не есть продать идеи, продать себя, это медийная поддержка. Я ее окажу тем, кто э, реально за изменения в Украине. Денис, если можно анонс, когда следующий подкаст и если тоже не секрет, с кем? С кем я вам не скажу, скажу только одно, что я хочу выйти на график подкаста каждую пятницу вот на 6 часов вечера. Хотя бы месяц протестировать в таком режиме. Я хочу, чтобы подкаст, как и стрим, был еженедельной рубрикой. Бомбоубежищ нет нормальных, никто ничего не делает, даже со старым трагедией меньше было бы. Это отдельная тема, почему я презираю Зеленского и всех этих на местном уровне власти. Все они негодяи. Они все негодяи, для них люди, жизнь людей ничего не значит. В этом контексте хороший Израиль. Где жизнь и гражданского, и военного превыше всего. И вам никогда там не будут рассказывать никакие сказки про Крым и ни про какие нереальные события. Потому что вы можете рассказывать про концерты в Крыму и даже продавать билеты, а в Умане ракеты убивают детей и людей. И дети не проснулись, не пошли на следующее утро в школу. О чем мы можем вообще говорить? Да, Путин первопричина. Я вынужден эти фразы вставлять, пояснять, чтобы меня опять Соловьева никакие не вырезали, не, не использовали. Конечно, Путин первопричина. Но мы ничего не сделали, чтобы этого не случилось. Вы понимаете это или нет? Это как ехать, знаете, не умеет драться в самый бандитский квартал, я не знаю, там где-нибудь в Майами или Лос-Анджелесе, в черный, а ты белый и ничего с собой не взять. И думаешь, а потом тебя там побьют, ограбят. Ты, да что ж такое? Вот случилось. То же самое. Или обвешаться золотом наоборот, золотые часы, вот так долларами ограбят. И ты, ты, да что ж случилось? Здесь то же самое. Про Иловайский котел я не буду рассказывать. Я не военный журналист. Куча информации в гугле, в прессе. Тот же Шапошников делал репортажи. Я не хочу лезть туда, где я не знаю что-то до конца или, или что-то в таком духе. Я в эти игры не играю. Вопрос за образование. Зачем в 2027 году хотят перевести на 12 лет? Я вам объясню. Выйти и сказать, что это реформа. Вот для того это делается. Имитация бурной деятельности. А вообще советую, если вы не смотрели эфир с мы там эту тему затрагивали. В Днепре уже взрывы. Плохо, плохо. Я ж ленту не читаю во время стрима, понимаете? Хотя я э, еще раз прорекламирую, кстати говоря, вот внимание: когда начнется вот, э, контрнаступление в том или ином формате, мы попробуем найти какое-то время, когда я смогу, и у вас еще не сильно поздно. Вот сейчас у вас, получается, по, украинце, по киевскому времени 10 вечера еще нормально, вы сможете подключаться. Если вот так, у меня 3 часа. Если я так вот буду выходить на час хотя бы во время контрнаступления, возможно, это будет не время для видео. А стримы поговорить про актуальные, вот будут даже может быть там три или четыре раза в неделю, возможно. Короче, когда такое время какое-то особое, мы будем тоже с вами в особом режиме общаться. Я говорю, бачите, вы решение проблемы с мусором. Вы знаете, это не для пакета реформ. Это решается очень легко и просто. Расскажите подробнее про для котел ответил. Всюду виноватый Ермак. Он продукт этой системы. На мой взгляд, работает на Россию. Ермак просто э, уже совсем все за рамки зашло. Он, по-моему, даже глава администрации э, этого Януковича. Но это просто какой-то уникальный чудак. Денис, разъяснить, будь ласка, приватизацию дорог в малых населенных пунктах в частном секторе. Дякую. Как это понять частному секторе? Маленький населенный пункт э, ничем не отличается от города Киева или от Харькова. Потому что дорога исчисляется километрами. Отдали столько-то километров дорог частной фирме. Она это ремонтирует, она это строит. Вы вешаете на лобовое стекло наклеечку там, с этим, со штрих-кодом. По всему везде э, штуки, сканеры, которые сканируют. Ушла оплата. И все. Или же сделать проще. На каждой заправке продается наклеечка, которая стоит на месяц столько-то, а на год там дешевле, как абонемент. И если у вас ее нет на стекле, вас оштрафуют. И остановят и оштрафуют. А если она есть, то вы заплатили уже за то, чтобы пользоваться машиной. То есть эти деньги пойдут компании, которая дороги обеспечивает. И все. Как номера на машине, ты не можешь ездить без номеров, так ты не можешь ездить с такой штукой. И точка. Но этом с цены на бензин уберется э, дорожный сбор, который на самом деле не работает, это чисто распил денег. Вот так это работает. То есть у нас, введя мои реформы, представьте, убирается НДС, опа, цена на топливо упала, э, дорожный сбор, еще цена на топливо упала. Так людям от этого хуже или лучше? Вы получите намного дешевле цену на топливо и частные качественные дороги, за которые вы отдельно там, этим абонементом заплатите, это будут копейки. На общем фоне это будут копейки. Точка. Так, по дорогам последний стрим Чернышева. Посмотрю. В Украине вы свой среди своих, вокруг ваши люди. За границей вы всегда будете чужими, мигрантами, приезжими. Даже дети будут приезжими, лишь внуки уже ассимилируются. Почему об этом не думают? Это индивидуально. Может быть, там есть какие-то закономерности, но я не хочу огульно говорить. У всех свои э, качества. Да, спасибо большое. Это Фрелл спонсор что подарил нескольким кто это такой спасибо вам огромное так 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 я налог patreon buy me a coffee и там не потребно регистроваться да я знаю этот сервис. я здесь в стадии изучения там еще у меня три или четыре мне нашли Богдан Савчук, я не знаю, это вам к юристу. Как вам слова Зеленского о том, что война и победа это уже реформа? Культурных слов у меня на это нету. Такие вещи он только балбес может говорить. Ой, какой ужас? Что какой, я сказал про Зеленского? Ужас. В Америке можно про Байдена, про Трампа все, что угодно говорить. А они так болезненно реагируют, их нужно только любить и обожать. Они же нам построили великую страну, великие реформаторы. Ай-яй-яй-яй. Здесь вообще на это никто не обращает внимания. А Ермак говорит, я для меня личный враг, кто оскорбляет Зеленского. Представляете? Угрожает, угрожает. А Мазурашу давайте сажать на 7 лет. А потом вижу этого Мазурашу. Понятно, в жилеточке ТСК. Или как там оно? Следственная комиссия Коли Тищенко Понятно, откуда бабки уже Что и как рабу, все ясно Коля уже самых бомжей нашел В слугах народа, решил их скупить Знаете про этого Мазурашу? Я не хотел до последнего рассказывать, но расскажу Я попросил его тогда э, Записи игр достать Мне нужно было нарезку со своей игрой для агента сделать Я пришел к нему домой Я Обалдел У него там несколько детей, он многодетный В подвале жили в подвале жили, в прямом смысле слова. Конечно, для Коли теперь развязаны руки. что да говорить вообще? Да, Фрел, огромное вам спасибо. Но он уже запланирован или ищешь гости на подкаст? Где-то гостей 5 уже запланировано. 5-6. Надо отснять и двигаться дальше. Мне дали телеграмм, куда Чичваркину написать. Я получил ответ от Панасенкова. От Поносенкова пока не скажу ответ. Там есть одно условие, которое чуть, чуть, позже готов буду выполнить. Но они выставят на всех своих каналах, так что с Панасенковым рано или поздно будет. Теперь в цокольном этаже пишут, живет. Я не сказал это, чтобы его как-то семью тронуть. Я вообще его семью не хочу трогать, но он просто негодяй законченный. Ви дивитесь трансляції Гордона Сценюкова по суботам? Якщо так, то я кому аналітика Яценюка. Ні, я себе уважаю і не смотрю этих двох. Яценюк, розумію, це такий такой уровень цинізму. Ну, у мене, я так не зможу, чесно говорю. Плохой з мене політик для України, я так не зможу. Друзі, поставте лайки. Коли не заберемо Крим і Донбас, то чи зможуть дуже сильно впасти рейтинги Зеленського? Уже тепер, видимо, заложник, так. Да. Они и так, и так упадут. Вы должны понять, как это работает. По состоянию на февраль 22 -го года до войны рейтинг Зеленского был 19-20%. Это вы представляете, что происходит? Вообще на дне уже рейтинг. Вот так все шло вниз. Война его удержала на волне, укрепила. Запад дал оружие, героический народ защитил. Запад дал деньги, уже можно там что-то и... Он там хамил Байдену, вы знаете, да? Там уже оперился, можно уже и поблатовать. Поблатовал, но закончится война, начнутся другие проблемы. Вот эти вот будем опять обсуждать, кто где что распилил. И все, все стрелы в Зеленского. Жаль, не могу как бы это так нарисовать, У меня доска там. То есть вот Зеленского выбрали, вот сейчас, вот его выбрали. Началась каденция вниз, 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 вниз. Дно это была война, удержались опять вверх. Сейчас там он где-то вот так вот, там ровно вот так вот как-то идет в обществе более-менее. Закончится война, еще чуть-чуть выше, а потом только вот так вниз, когда все будет скрываться. Вот и все. Поэтому вот он в этой точке, самой высшей, заинтересован провести выборы. Ой. Сейчас обвинят, что я украинский флаг случайно сбросил. Не, я с уважением. Так, э -э проведите еще стрим с Холоденко. Я уже и написал, что нужно провести подкаст. Я очень хочу с Дмитрием Карпачевым, с ее коллегой провести, попросил ее посодействовать. Точно не про политику говорить. Есть в обществе феномены, которые я хотел бы, чтобы объяснил для людей специалист реальный. А и Холоденко, и Карпачев это сильные специалисты в своем деле, сто процентов. Профессионально. То есть до выбора война не закончится? Я не готов говорить. Если действительно все война очень жестко затянется, наши умельцы могут и во время военного положения как-то выборы провести. У нас же решал, страна решала, так что ничему не удивляйтесь. Денис, как вам аналитика Олега Соскин? Олег Соскин не будет у меня в гостях, он маразматик и антисемит. Не хочу. Когда-то был умным человеком. По поводу инвестиций не буду давать никаких советов. Здесь я уже по поводу инвестиций сказал. Особенно для мелких, для мелких инвесторов я лучше вам что-то предложу действительно серьезное, нормальное. Или вы сейчас пойдете в какие-то пирамиды и потеряете бабки. Пиджак на стриме и пол эфира наслаждается эстетикой его книги про Панасенкова. Но не совсем все так. Не совсем все так. Это гораздо более глубокий парень. Денис, люди не смогут никак понять, что завдяки приватизации людей появятся деньги. Ну, конечно. Главное, что чиновник открыто это идет. Потому что вся коррупция, она же есть на приватизации. На частном коррупцию не сделаешь. О, супер, я за стрим с Холоденко и Карпачев, хорошие психологи. Не стрим, а подкаст, потому что подкаст это запись. Но я и за стрим, пожалуй, любой формат. Стрим из Холоденко иногда на меня подключают себе в Инстаграм. Для этого нужно подписаться, чтобы не пропустить на ее и на мой инстаграм. Ее вы можете найти через поиск, а мой ссылка под каждым видео есть на мой инстаграм. И там, кому чуть личного интересно, обязательно я советую подписаться на себя. Ягова Надитека Швейцария. А вы зайдите на мои видео о нем, посмотрите. Скажите, в каком штате вы живете? Штат Флорида, город Майами-Бич. Карпачов, не психолог, ясно. Один, так, це ви вже сто разів написали. Денис, а в чому перевага ЧВК, окрім того, що держава завжди може сказати, це не ми. Вони більш боєздатні, ніж регулярна армія, плюс вони ж теж фінансуються з бюджету, чи вони виступають як конкуренти до регулярної. Максим, значить, хорошо, що ви це написали, тому що я хотів об этом говорити. Ви написали: крім того, що держава завжди може сказати, що це не ми. Це в Росії ЧВК Вагнер создано для того. что в международной юрисдикции там какие-то страшные военные преступления, так это не мы, это частная военная компания, мы сейчас их накажем. Финт ушами. Я говорю про настоящие, как в Америке, частные военные компании. Их может нанимать там, Пентагон в данном случае Америки, а в Украине Минобороны нанимают их частную армию для решения какой-то задачи. После войны Украина э, такой опытной армии, как украинская, не будет кроме американской во всем мире. В Европе Украина будет самая опытная современная армия. И, конечно же, много людей после фронта нужно себя применить. Лучше, чем ЧВК, решений нету. Они будут за деньги ездить в горячие точки, решать вопросы. Не дай бог, это надо понадобится еще раз в Украине этот опыт, применят его здесь. Тоже за большие деньги. А регулярная армия контрактная, само собой, конечно. У меня будет подкаст с Гарри Табахом. Он, извините меня, военной американской армии, он об этом подробнее расскажет. Пишите, удивляет Карпачев, очень интересная тема. Я вас еще не раз удивлю. Проблема в том, что на стриме много хороших людей, но меньше э, интересных вопросов. Так бы стримы были разнообразны. На прошлой стриме там получил 3-4 вопроса, которые никогда не задавали. Сейчас вот есть. Конечно, так интересней. А когда весь стрим Агура, Аяковына, Асоскин, Ачаплыга, Аристой, ну так что ну, вообще, зачем вообще о людях вот так вот говорить? Неинтересно они уже никому. Давайте о деле больше. Это я в общем говорю. Денис, расскажите, пожалуйста, про Умань подробнее. На дом упала украинская ППО. ППО не может упасть. ППО это ПВО по-русски. Это установка, которая выпускает ракету, которая сбивает вражескую ракету. Она не может никуда упасть. Может упасть ракета, сбитая ракета из ПВО. Я не знаю, что было в Умане. Я до сих пор ответ не нашел. Кто знает, напишите. Так і не подивилися відео стосовно енергосистеми, тепер знову пишуть про відключення влітку. Хотілося б почути вашу думку. Коли я повноцінно сформирую мнення і змогу аргументувати, я зроблю відео. Як производство своїх мультфільмів впливає на економіку? Производство мультфільмів і фільмів должно бути тільки в частном секторі. Государство не должно фінансувати фільми і мультфільми. Это просто такая же сфера экономики, просто она творческая для особых людей, такая же, как продавать апельсины или аптеки лекарства. Ничем она не отличается. Создавать там, производить фью чипсы, как Себастьянович, или мультфильмы, это для экономики одно и то же. Оно все должно быть в частном секторе. Как поднять экономику к одному триллиону долларов? Благодаря моей программе будет триллион минимум ВВП, сто процентов. Я это все обосную. Ведь когда я там сказал даже про легализацию там, определенных вещей, которые сейчас незаконны, да, типа марихуаны, там, проституции, это же говорится для чего? Это же по миллиарду долларов ВВП. Я это видео все расскажу. Они а просто даже помимо того, что это правильно, и чтобы не крышевали спецслужбисты и менты, и криминал, и просто это правильно в современном мире. Это еще к ВВП капельки. А из этого состоит потом мощнейшая экономика. Карпачев не психолог. Это написал не я, какой-то комментатор, подписчик. Я считаю его психологом. Денис, о чем не то, что я считаю, он и есть психолог. Денис, о чем можешь проводить эфир с Панасенко про историю или что-то о политике? Конечно, о политике. Я же не зачем мне нем, с ним дискутировать про историю? Это смешно. Так, Денис, че публикует о вашей реформе в сфере спорта? Может быть, я публикую, но точно не сейчас. По, по реформированию спорта у меня все это готово еще с 2017 года. Просто никому не было надо. Зачем у нас есть бубка, повелка? Уже реф... а, Гуцайт, уже реформировали. Жан Беленюк на подходе, следующий реформатор. Там без меня разберутся. Вы за максимальную приватизацию, я считаю, стратегически важные отрасли государства должна как-то сохранить влияние, например, на режим специального регулирования или иметь ключевой контроль над активами. Вы написали свое мнение, окей, я не могу вам запретить так думать, но только ни одного аргумента я не услышал. Вы хотите Гетманцеву продолжить давать управлять Ермаку государственным? Тогда не плачьте от коррупции. Вы выбираете, или оно коррупция и государственная, или оно частное без коррупции. Третьего тут ничего быть не может. Из какой страны, кроме икраин США, треба брать приклад? Со всех по чуть-чуть. Что-то -чуть. и от Италии взять, но там просто в Европе не так свободно. США, Швейцария, Израиль, это так, больше надо всего от них брать. От каждого в своей сфере. Чуть-чуть там от Европы в чем-то. Дозволити в Україні операцію по змеи стати, або приїжджати шизнуті, аби приїжджали приезжали іноземці, поповнювали казну, це в рамках розумного? конечно, да. 100%. Но пропагандувати, щоб це робили у нас люди, ну, наші люди, это нельзя. Як думаєте, морські і річні порти тоже приватизировать однозначно? Это сейчас все деньги государственные, на самом деле-то на этом зарабатывают так называемые бизнесмены спаки с государством. Я точно отвечаю за то, что я говорю. От Японии нужно брать. Ну, вот, например, в Японии налог с продаж. Я же сказал, вы, вы не спрашиваете, а вот это тоже нужно, а вот это все под ноль должно быть приватизировано. Вот все, что государственное, все под ноль. Заводом Антонов уже доуправлялись 400 миллионов дотаций в год. Ну, конечно. 400 миллионов дотаций, денег налогоплательщиков. Это же не с неба, не, не на деревьях же растут деньги, как думает Масичук. Это первое. А второе, Мрию развалили. И чем похвастаться теперь завод Антонов? Один самолет родили, один в одном экземпляре за, за, экземпляре за всю жизнь, за сумасшедшие бабки, просто невероятные. Сколько там разворовано, и тот развалили. Вот вам итог жизни государства. А если Боингу продали, например, его, или кому-то еще, и Россия развалила бы самолеты Боинга, или их заводы, вы представляете, что это было бы? А представьте, что у нас построил завод Боинг, Илон Маск, Шкода, Хендай построил завод корейцы, и Тесла у нас выпускает Илон Маск, еще раз говорю, и Samsung телефоны выпускает, потому что выгодно и логистически удобнее, и миллион всего другого. И это все атакует кто-то? Это Россия бы, ее бы от свифта отключили бы на вторую минуту, и все повырубали бы, она бы без света, наверное, сидела. Хакеров бы, вы что, это невероятная вещь, и это часть национальной безопасности. Потому что есть такое понятие, я просто этим не заморачивал голову вам. Есть понятие стратегии национальной безопасности. И это не только иметь больше ракет, чем у противника. Это как Израиль, это кибербезопасность. А в нашем случае это еще экономические факторы разные. Зачем это? Подаляк вам об этом не расскажем. Будем на концерт Тараса Тополя в Крыму скоро, билеты. Покупайте билеты. Как убрать иностранцев из наблюдательных советов? Приватизация и частная компания решает, кто у них там, там в борде в наблюдательном совете сидит. Только так. А сейчас там соросенки сидят. И многие люди подумали, что я предлагаю, когда я говорю, что антимонопольным комитетом в Украине, таким, как я предлагаю, должны управлять американцы э, или фондовой биржи, они думают, что я лег под Америку. Во-первых, ничего плохого лечь под Америку я не вижу. Это же не под Россию, правда, или не под Иран, и не под Китай. Э, а во-вторых, я говорю, нанять их на работу на работу нанять их, понимаете, они а не туда садить. У нас даже эту идею приглашения, ну я это с обсуждал, идею приглашения иностранцев, как всегда чиновники это перевернулись с головы на ноги. Сначала были грузины, потом были Ирески, Гонтаревы и все остальные. Павло Шеремет, помните такой, великий экономист построил экономику. А Павло Шеремет, ау, где вы, где экономика наша? Кстати, ходят слухи, что хотят яройскую вернуть вместо пышного у нас банк. <laughs> Представляете, если такое сделают? Это уже, знаете, это уже украинцы вот так вот поставили украинцы, вот как эту бутылку с водой. Итак, на тебе кетчуп, на тебе горчицу, фекалии, все что хочешь. На тебе ук... мало тебе украинец, на тебе еще что-то, на тебе молотком пог... уже просто ни во что нас не ставят вообще, за людей не считают. Добрый вечер, когда вы сможете сказать о том, как Тома заставили в Украину? Не знаю, не знаю. Я не о том, как его доставили, я о том, как эта штука вообще организовалась, а благодаря кому. А кто будет, будет контролировать, чтобы не борзели, цены задирать необоснованно? Антимонопольный комитет. Сразу у людей какая-то вот срабатывает штука. Кто сейчас контролирует, можно вас спросить? А кто сейчас контролирует? Вы, может быть, живете в какой-то супер стране? Расскажите. Вот полная разруха, но все равно люди находят, за что бы зацепиться. Просто. Как бы вышки Бойка были ушел, у Крыма бы никто не полез. Ну, сто процентов это понимаю. Вот вы поняли, о чем я говорю? Павло Шеремет ценовин американский универ открывает в Киеве. Да все что угодно. Это пиар, пиар асы пиара, только наоборот. Ликбез по поводу финансовой грамотности, больше это экономической грамотности, это будет закрытый контент. Я бесплатно такое делать не буду, это неправильно. Все потому, что наш народ малограмотный. Вы правы, и мой канал будет и эту нишу пытаться заполнить. Но только тому, кому это надо. Я навязывать никому ничего не буду. Закрытый или без, там по спецподписке. Я это все технически сейчас думаем, как сделать. Денис, касаемо пиратства в интернете, торрент, бесплатные фильмы, можно, должно остаться в Украине. В Украине это не, не родилось, это не какое-то отдельное явление. Это, эти явления существуют там, где нищее государство. Вот и все. Эти люди не могут себе позволить за фильм заплатить 30 долларов, или там 20, или в аренду его взять на просмотр за 3 или 5 долларов. Не могут себе финансово это позволить. Когда смогут себе это финансово позволить, тогда это с них можно требовать. Вот и все. А я знаю людей, которые я принципиально не покупаю пиратское, что вот это вот. Ну, если можете себе позволить, хорошо. Кто-то не может себе позволить, я не осуждаю. Парки, расскажите при выходе с приватизации. Не стоит в эти детали углубляться. Это Зачем в это уходить, Борщевского? Зачем сейчас про какие-то парки? Зачем? Приватизация – это правильно. Найдется механизм. Сядут юристы, напишут механизм. Зачем об этом сейчас? Что думаете про закон про обовязковую шкельную свиту? Думаете, что это краще? Відменить? Не углублялся в этот вопрос. В том-то и дело, что никто за чем не следит, не контролирует. А на Мельник, если вам нужен контролер, то я вам не завидую. Мне контролер, допустим, не нужен. А цены регулирует не чиновник, а рынок. В нормаль... Если это нормальная страна, то рынок регулирует. Если вам продают вот эту воду один за 50 гривен, а другой через дорогу в магазин за 20 гривен, вы пойдете и купите за 20 гривен. А тот, кто задрал цены, он или снизит цену, или обанкротится. Вот так работает это по-нормальному. А не дядя сидит и решает, а вот эта вода должна стоить 50, а то, что, или там 20. А то, что предприниматель заработает с этой воды 50 копеек, это ни того не стоит. Дядю не интересует. Дядя ждет, чтобы э, все сбунтовались, зашли, ему занесли пакетик, и дядя скажет, о, продавайте за сколько хотите. Вы, Анна, этого так и не поняли, как это работает. И мне очень жаль. На простом примере, надеюсь, объяснил. Про цифровые деньги ничего говорить не буду. Оскар это городской сумасшедший. И тоже не буду о нем говорить. Это все про образы Лешко. Так, друзья, мы что-то задержались. Лайк перед выходом, кто не поставил, пожалуйста, обязательно. Спонсорство, подписка на Телеграм и везде. Это очень важно. Я вас прошу. Спасибо, что два с половиной часа были выходной день на моем эфире. Будем продолжать. Много интересного. Я думаю, подкастами я вас заинтриговал. И ну, там, многим даже нечего объяснять. Ну да, рынок. Когда несколько монополистов параллельно повышают цены на какой-то продукт, вот вам один из минусов рынка. В моей программе это для... Извините, отмороженных, которые не удосужились зайти, но уже посмотреть, но уже критикуют орган, Антимонопольный комитет, настоящий, возглавляемый американцами. Поэтому перед тем, как критиковать, не будьте шариков не читал, но осуждаю. Зайдите, вдумайтесь, а потом я удосужусь почитать вашу критику. Вы не выделили время почитать программу реформ, послушать. Я не хочу тратить время на вас, хотя уже потратил. Все, всем спасибо. Пока. Не забудьте подписаться и э, ссылки друзьям, даже если вас поругают. Все, пока.